что, мы, наверное, тогда начинаем. Начинаем, я так понимаю. Я, наверное, как-то представлюсь немножко, расскажу несколько слов о себе, о нашей школе. Найперше представлю, потом кілька слов о собі, о своїй школі, о нашій школі. Енергіями ми займаємося, наверное, більше 30 років. Сначала мы учились сами, потом пришли уже новые миссии, новые знания. И, в общем-то, практики, которые мы предлагаем, это авторские работы с энергиями. Все, что мы даем, это вот совместное творчество. Божественный план с небесных высот, мы с земных высот. То есть мы не пользуемся какими-то наработками других школ. Поэтому сразу предваряю вопрос, не задавайте вопросов по, а вот такое учение, а как вы считаете, правильное, неправильное? Я думаю, во-первых, такие вопросы сами изначально некорректны, да, потому что как я могу кого-то осуждать и оценивать, да? Я же понимаю, что это за огромный большой труд. Потом, как мы идем... Займаемся энергией уже сейчас. Więc nasze doświadczenie i ten wynik tej pracy i doświadczenie jest w 100% autorski, więc można powiedzieć, że zarówno część tych energii, która jest celestialna, niebiańska, jak i ta, która jest ziemska, jest w 100% opracowana i wynikiem doświadczenia naszego. Więc jeżeli będziecie mieli Państwo własne doświadczenia i chcieli zadać pytanie pod tytułem, czy ja znam taką inną metodę, czy ona jest prawdziwa, czy ona jest właściwa, ja na takie pytania nie mogę odpowiedzieć. Po pierwsze, to jest niepoprawne, po drugie, zdecydowanie nie mogę osądzać pracy innych ludzi. Potem, знаете, вот Божественный план очень щедр, и моделей играния и восхождения много. Они все разные, и для каждого выбирается самая лучшая грань восхождения. Вот продвигаться к божественным энергиям. План Боский есть достаточно щедрый, więc он ma bardzo dużą rozmaitość форм, z których каждый может скористать, и правдоподобно все можем из этого черпать в неограниченном закресе. Więc myślę, że tutaj większych ограничений не будет. Поэтому, если вам созвучно то, что мы даем, очень хорошо. Но если вам нравится что-то противоположное, это тоже нормально, и мы нисколько не настаиваем, что правильно только то, что мы делаем, и все остальное нельзя. Вот здесь позвольте себе выбрать то, что вам гармонирует и созвучно. Чи это совсем нормально, если państwo почуют, что то, что мы тут имеем для вас, то есть... podchodzące, właściwe. Natomiast jeżeli poczujecie, że pewne rzeczy Wam niejako prężą i bardziej pasują Wam inne warianty, to też jest w porządku. I korzystajcie z tego, co dostajecie i korzystajcie tego tak, jak lubicie z tego korzystać. Szkoła Совершенства Первоисток создана фактически как исполнение божественных рекомендаций или указаний. Это вот когда ты четко слышишь голос, вот создай Школу Совершенства. Szkoła doskonałości, którą się tak powiedzmy określamy, jest jako zalecenia boskiego z tego co. Rekomendacje. Więc w pewnym sensie usłyszałam głos, który powiedział po prostu zrób to, załóż taką szkołę. Поэтому к названию создай вот школа совершенства, именно несовершенствование, совершенство. Мы добавили еще первоисток, просто обозначить, откуда с нами работает божественный план. Czyli to nie jest szkoła doskonalenia, tylko szkoła doskonałości. Tak od samego początku miało to brzmieć. Czyli chodzi o to, że stąd ta druga część nazwy mówiąca pierwszy przekaz, pierwsze źródło. Pierwotne źródło jest tego podkreślenia. Поэтому все, что фактически приходит вот как идея создавать программы, это такое совместное творчество. Когда вот с божественным планом общаешься, знаете, не через стенки или через завесу, а вот на таком прямом реальном контакте, и тогда это все создается вместе. Поэтому я не могу сказать, где наше творчество, где божественные идеи. Вот есть хорошая поговорка. Мы руки и ноги Бога на земле. Więc ta nasza współpraca jest na tyle bezpośrednia, że nie mogłabym powiedzieć, że istnieje jakaś ścianka czy jakaś kurtyna, przez którą się porozumiewamy z boskim planem. Raczej wszystko to jest na tyle bezpośrednie, że mogłabym użyć przysłowia dosyć popularnego, że jesteśmy rękami i nogami Boga na ziemi. Tak, że вот теперь мы вам предлагаем и знакомим вас с нашими наработками.
И хочу еще попросить, если у вас возникают какие-то вопросы, запишите их. Скорее всего, за 2 дня вы все ответы уже получите. Teraz trochę z naszymi wynikami popracujecie. I chciałem poprosić Was, żebyście wszystkie swoje pytania zapisywali w trakcie ich powstawania. Za 2 dni, podejrzewam, sami dostaniecie na nie odpowiedzi. Как вы думаете, когда началось для вас семинар начался? Kiedy uważacie, rozpoczęło się to seminarium? Według Was? Tydzień temu? Niedzielę temu. Tak, когда приняли решение участвовать. В моменте подъятия decyzji участницы. Поэтому вот все, что сейчас мы будем 2 дня принимать, энергетически в вас уже работает. Więc to, co będziecie te 2 dni pracować energetycznie, to już w Was pracuje. Поэтому будем готовы к очень интенсивной работе. Приготовимся к интенсивной работе. Первый день будет такой, на самом деле, что будет казаться, вы просто засыпаете, вы знаете, просто сидите. Вот почему мы всегда просим делать записи, вы потом дослушаете. Вот, кстати, вы можете свои диктофоны на телефонах сейчас поставить? Ну, вообще, для чего просим, чтобы это нагревать? Prosimy, żebyście, jeżeli mogli, teraz zaczęli nagrywać, dlatego że w pierwszym dniu ta energia jest tak intensywna, że będziecie mieli wrażenie, że odpływacie. Потому что когда вы начнете второй раз слушать, вы поймете, что 3/4 вы просто не услышали. Зрозумієте, слухаючи цих матеріалів, що 3/4 матеріалів наживо не дослухалися. А нам очень хочется, чтобы у вас остался материал, который вы можете использовать и дорабатывать. Ведь то, что мы делаем, это мы стартовые кнопки нажимаем. Но вас хотели бы, чтобы материал, который у вас останется, был для вас готов до работы. Więc то, что будет сделано подчас этого семинария, то будет натискание этих гузиков уручающих. И еще, когда мы только начинаем проводить свои мероприятия, вот вы фактически уже проживаете какие-то незримые энергетические активации. В моменте, когда мы это сейчас проживаем, вы уже сейчас начинаете энергетически в способ невидимый активизировать. Поэтому мы ощущаем себя не телами, имеющими энергетическую оболочку. Мы ощущаем себя живой энергией, часть которой просто материализована в более плотном виде. Więc będziemy się czuć nie ciałami, które mają powłokę energetyczną, tylko będziemy się czuć bardziej energią zagęszczoną do fizycznej formy. Возможно, вы обратили внимание, очень много звучит вот слово целостность такое. Интегральność to jest coś, co często używamy tutaj. Понимаете, когда мы не отделяем тела от той жизни, в которой мы живем. Nie oddzielając ciała od przestrzeni życiowej, która istnieje. Мы не отделяем себя от божественного плана. Не отделяем себя от плана Божьего. То есть наше тело – это тоже энергия, но более уплотненная. И что бы ни менялось в энергетике, всегда отзывается на теле. Тело есть również форма энергии, только более загущенной. И сколько бы в плане энергетичном все не задело, то все również резонует на плане физическом. Вот на уровне теории все об этом знают. Теоретично все это знают. А как насчет того, чтобы прямо сейчас ощутить, что мы энергетический сгусток тела, который плавно вливается в околотелесные энергии, в энергии Земли, Солнечной системы, мы часть космических энергий. А как насчет этого? Jak ten, ale jak praktycznie poczuć, że jesteśmy tym właśnie cieleśnie zagęszczonym rodzajem energii, który się płynnie zlewa z energią Ziemi i Układu Słonecznego, космического, как это сделать? Мои дорогие, любимые, вот я на вас так смотрю и улыбаюсь, но вот ощутите себя, сейчас половина не постаралась даже делать. Я хочу сказать, что наши мероприятия всегда живые тренинги энергетические от первого слова до последнего. Поэтому вот ощутите энергия, вот это вот такое, знаете, легкое движение. Мне иногда, знаете, что нравится? Вот я сижу за письменным столом, что-то создаю, а то мне хочется покачать. Вот ощутить все эти космические матрицы, в которых мы существуем. И когда себя чувствуешь такой энергией, вы знаете, вот стоит вот так покачаться, и ты чувствуешь, как космическое пространство колышется. Вот сейчас на таком ощущении не расширять себя, растягивать энергетику как резина, а ощутить я вездесущая энергия. Ну, więc patrzę, мои кохани и дорогие, на вас сейчас, и такое мое впечатление, что половина из вас еще не начала, и поэтому предлагаю, чтобы
któryśmy właśnie teraz zaczęli, ponieważ od momentu, kiedy zaczynamy mówić, to już zaczynamy ćwiczyć. I częstokroć, kiedy piszę, cokolwiek tworzę, to jest moment, kiedy mam ochotę właśnie sama zacząć się kołysać, bo to jest to pierwsze wrażenie, które fizycznie zaczyna się mieć w momencie, kiedy wrażenie tej jedności z energią zaczyna się pojawiać. Więc proszę Was, nie rozszerzajcie, nie rozciągajcie się jak guma na przestrzeń wokół Was, tylko poczujcie, że płynnie wchodzicie w tę przestrzeń i jesteście z nią zjednoczeni. Почувствуем себя божественными космическими существами. Бądźmy космичными боскими истотами. Почувствуйте, а слушайте, фантастическое ощущение. Почувствуйте, спаняно. А теперь покачайте вот свое пространство энергетическое. Вот раз пробуйте так заколысать своим оточением энергетическим. Вы знаете, вот так важно нарабатывать в себе принятие «я – это энергия». То есть будование постави «я» – то энергия. Знаете, я это наблюдала вот на своей рижской группе. Вот мы работаем много с телом. Ну вот, ну расслабьтесь, ну расслабились. Как только начинаем делать что-то, я смотрю сразу, вот так, окаменели. Ja to pracuję w Rydze, mamy właśnie takie doświadczenia z naszą grupą, mówię, rozluźnijcie się proszę, jak pracujemy z ciałem. No się rozluźnili. Potem mówię, a teraz robimy coś, no i wszyscy nagle spinają się jak kamienie. I jak okamienieje, energia już nie ciecie lekko. I to blokuje przepływ energii. Да, то есть вот нам надо чувствовать себя легким, свободным энергетическим существом. Мы должны чувствовать себя как легкое энергетичное, свободное энергетичное быт. Моя дорогая, вы все на повторном прослушивании услышите. Потом сейчас, сейчас мы работаем уже с программой, да, поэтому вы ничего не конспектируете. Мы специально записи хотим, чтобы у вас даже вот видеозапись будет. То есть вы все, вы сможете поставить паузу и продлить эти ощущения. У нас интенсив-семинар, но у вас останется материал для совместной работы. Да вы соберетесь в группе и все это в группе почувствуете. Сейчас просто работаем. Вот понимаете, когда мы чувствуем себя живой энергией, это иначе циркулирует совсем все процессы, результат проявляется быстрее. Я скажу, что я люблю. Вы все в курсе, что арийская раса уже фактически завершена? Если можете, я передам еще, то я скажу. Стараемся не нотовать, стараемся быть обецни сейчас, потому что для того вам подозреваю, потому что это уже процесс практичный. Позже, когда знайдемся в группе разом, будете то разом чвичить сами, от момента, в котором будете разом снова, то почуете. Так само, когда снова включите награни, от момента, в котором хотите в себе затримать и припомнить какой-то момент. Маете в себе справу, что раса арийская есть уже в какой-то способ закончена. Поэтому сейчас новая цивилизация приходит совершенно новыми энергиями. Вот новые знания из новых источников. Новая цивилизация приходит с новым ведом, с новой энергией, с новым жилдом. Нам меняют энергетическое строение. Уклад энергетический изменен. Потому что чакры и меридианы – это энергетическое строение трехмерного человека. Они просто реально не проведут те высокочастотные энергии, в которых мы с вами сейчас уже живем. Чакрами и меридианы – это система энергетичная, которая работает с трехмерным миром. Он не будет в состоянии удвигнуть энергию, которая до нас идет. Вот я для аналогии иногда такой физический пример провожу. Если у нас электричество идет по проводам, а там 220 вольт проводят, разве может там 22 тысячи или миллион вольт выдержать энергетику? Порównание bardzo proste z elektryki. Jeżeli mamy przewód, który przesuwa, przepuszcza przez siebie 220 volt, czy on jest w stanie taką samą łatwością przepuścić 22 tysiące volt? No, bożestny plan очень щадит и бережет нас. Поэтому вам просто не пропустят внутрь те энергии, которые вы могли бы принять на своей трехмерной энергетике. Więc plan boski jest również ochraniający, nie dopuści do tego, żebyście byli narażeni na energię, na którą nie jesteście gotowi. А мы с вами сейчас находимся вообще-то в большом процессе перехода в другую расу. Новая раса, божественная, солнечная раса на Земле. Мы вспоминаем свое перворождение. В определенном смысле, сейчас находимся в окрасе трансформации, входения в расу солярную, боскую. В определенном смысле, это поворот до того, кем были. Вот много говорят, человека, ангел. Мы принимаем совершенно другую биологическую форму и энергетическое строение. Мовите человек, ангел, как эти два явления. В определенном смысле, уживаем форм физических и форм энергетических.
Ну и разве может быть вот такая отличная сущность совершенно иметь ту же человеческую энергетику? Чи може бути такий właśnie бути ідеальний, який одночасно має людську енергетику? А знаете еще в чем хорошо, вот когда у нас идет демонтаж трехмерной энергетики, всех ментальных планов и прочее, прочее, эфирных оболочек. Kiedy na przykład jest prowadzony demontaż trójwymiarowych systemów energetycznych, mentalu, astralu, fizycznego, planu, co się wtedy dzieje? Na demontażu energetyki trójwymiarnej u nas ubierają ogromne plasty ciężkich energii, które my naработали za сотни тысячелетий. W tym procesie demontażu zdejmuje się z nas ogromne warstwy ciężkie energetyczne, które napracowaliśmy tysiącleciami. Хочу сказать, божественный план чрезвычайно изобретателен. Можно сказать, что план Божий очень креативный. Поэтому изобретают и придумывают для нас наиболее оптимальные способы перехода в новую цивилизацию. Więc tworzy się tam patenty dla nas, które są bardzo pomysłowe, jeśli chodzi o przejście nas w nową erę. А нам остается только довериться им. И быть уверенными, что мы все можем. А мы должны верить в себя и уважать, что можем это все сделать. Вот знаете, это слово вот часто, когда вот проговариваешь о каких-то новых состояниях и новых энергиях, а люди в себе сомневаются и так это дрожащим голосом, но я попробую. Мовить о этих всех новых возможностях и возможностях энергии, и люди начинают себя в себе вспинать таким дрожащим голосом, говорят, спробуй. А Эдвин у нас, вот кто тут смотрел наши мероприятия, Эдвин всегда шутит, да вы не пробуете, вы делаете. Ну, точно жарт, который мы отповедаем, наичаще мы так не пробуйте, так и рубьте. Так что нам сегодня надо себя создать заново. Więc творимся сегодня от нового. Сегодня вот мы с Дайгой тут обсуждали, какие процессы вечером были, какие утром были. И вы знаете, вот я уж озвучу Дайгин рассказ, тут, чтобы не переключаться. Вот она же с нами уже больше 12 лет. Мы фактически с ней тут где только и в мире не бывали, и все эти практики, она, что называется, берет с горячей божественной сковородки. С Дайгой уже едем 12 лет разом, и те все практики с Пана Боскего она уже берет, так понимаете, просто с пательни. И это при том, что мы уже вот этот год уже очень много обновляли активации новые и прочее, мы постоянно обновляем активации. А у нее сегодня утром, вот сегодня все начинаете заново. Мы целый час актуализуемся, активизуемся от нового, отшумываем новые активизации. И она сегодня рано, например, досвидчила актуализации практически целковитой. А вы представляете, как надо вам быть открытыми и доверчивыми вот к божественному плану? То есть пример того, как можно, как рекомендуется вам сейчас быть открытым на план Божий и его действия. Я думаю, вы многие почувствовали, как после зимнего солнца рождения, вот на Рождество открывался новый солнечный цикл. Очень изменилась сила энергии и результативность энергии. Mam nadzieję, że poczuliście wszyscy, że kiedy słońce zaczęło rosnąć po okresie przesilenia w zimie, zobaczyliście, jak silnie zmieniła się energetyka. Поэтому солнечные энергии на Земле имеют очень такую одну из самых значительных ролей. Энергия солярная на Земле имеет одну из наиболее значимых ролей для отыграния. Вот вы видели живое божественное существо, ходящее по Земле? Видели ли вы живую божественную истоту, ходящую по Земле? Кто видел? Кто? Я сейчас вижу. Я сейчас вижу. Солнце каждый день ходит с нами. Солнце ходит целый день. Поэтому вот такое значение имеют все эти новые солнцерождения. Когда на Рождество происходит солнцерождение, обновляется все. И мы обновляемся. Это всегда следующая ступень для восходящего человека. С каждого такого встания солнца, с этого кресла пресиления, за каждым разом, в каждое Божье народзение, то есть повторное выйдение солнца, повторное. Знаете, мы уже настолько привыкли, что вот, вот что-то подумаешь, случается событие. То уже привычились, что если о чем-то помыслить, то все делает. Но так как происходит вот с зимнего солнца рождения, с Рождества, если проще говорить, вот так как сейчас идут события, это просто что-то невероятное. Мимо того, что сейчас происходит вообще с пресечением зимовым и отражением солнца в этом часе, это уже есть комплектнее недоверие.
Поэтому вот ощутить эту всю новую энергетику, и когда мы сегодня и завтра будем 2 дня работать, здесь нужно будет на абсолютной убежденности. Мы вообще вступили реально в другую фазу эволюции человечества. Мы должны правда заангажировать целое свое заупание до того, что сейчас, потому что мы в следующей фазе эволюции человека. Знаете, я тут выписала 3 красивых таких афоризма, которые не звучат просто как красивые мысли, вот которые на самом деле сейчас уже все так и происходит. Написан 3 такие ладные афоризмы, которые не сон только афоризмами, только описывают фактичный стан przemian, который обычно заходит. Все, что существует на свете, было когда-то мечтой. Все, что было на свете, было когда-то мечтой, снем. Следуй своей мечте, и Вселенная откроет двери там, где раньше были только стены. Идь за мажением, за своим снем, а Всесвят отворит ви там, где до тех час были только стены. Все, о чем мечтаете, воплощается. Всё, о чем мажи учни, появится. Вы знаете, я не просто так для разминки красиво и выписала эти афоризмы. То не есть такая разгревка, потом я прочитаю там несколько афоризмов. Вот мы давно как-то живем в такой реальности, где что нам нужно, все свершается. Это, знаете, это как чудо, но удивляешься каждый раз все равно. То и уже от какого-то часа все деет, что все, что нам нужно, деется. То есть, выглядит как чудо, но это факт. Поэтому мне хотелось бы сразу, вот знаете, как-то проговорить то, что если получилось у нас, получается все у всех. Więc chciałam wszystkim państwu was zapewnić, że jeżeli mam takie przeświadczenie i zobaczycie to, że to, co że nam się to udaje, to znaczy, że u was wszystkich też się to udaje. Все зависит от вас, насколько вы готовы отпустить старый образ жизни и жить совершенно по-новому. Więc to tylko zależy od was, do jakiego stopnia chcecie odrzucić przywiązania do starych schematów życiowych i żyć po-nowemu. Хочу сказать, что работать с энергиями легче, чем отпустить привычки материального мира. Работать с энергиями гораздо легче, чем отпустить схематы и навыки работы с материальным миром. И поскольку сейчас цивилизация божественная формируется на Земле, нам очень важно вот всем, кто где-то продвинутый и интересуется и работает с энергиями, нам очень важно задать планетарный процесс. Ну, więc о ile план Boski zaczyna już bardzo silnie budować na swój świat tutaj na Ziemi, jest to szczególnie ważne, by każdy, kto pracuje z takim obszarem, swoją pracę tutaj też wdrażał. Вы знаете, чтобы на Земле запустить глобальные изменения организации материальной жизни, не нужно, чтобы 50% все были вот на этих энергиях. Не нужно. Достаточно 1%. Не нужно, окей. Чили не треба 50% społeczeństwa, чтобы зрозумело, что давность этих методов, если начало работать на этом уровне энергетическом, чтобы на свете начали делать изменения глобальные. Достаточно 1%. Достаточно 1% людей, настроенных на позитив, живущих в такой энергии. Знаете, когда духовность – это образ жизни, это некрасиво поговорить где-то, а жить по-старому, ругаться, грызться с детьми, там под затыльники и все такое. Это абсолютно красивый, позитивный образ жизни. Чили, то мы о том проценте, который занимается życiem duchowym, takim aspekcie naprawdę szczerym, integralnym, czyli nie mówimy o takim starym, wigioteryjnym systemie, gdzie prawda, mówimy o pięknych rzeczach, a potem żyjemy po staremu, niszcząc się po domach. Поэтому посмотрите, какая у нас ответственная роль. Мы входим в этот 1%. Widzicie, jak to odpowiedzialna rola. My jesteśmy członkami tego 1%. Вот осознаете важность того, что вы вообще в эти времена а получили материальное тело. И видите, майстер, что мате в тем очень окресе тело материальное, тело физическое до диспозиции. Представляете, какие вы вообще конкурсы на божественном плане выиграли, чтобы получить тело для воплощения? Więc wyobraźcie sobie, jak jesteście uprzywilejowani, jakie przetargi musieliście wygrać na planie boskim, żeby dostać takie pojazdy. Нам часто в письмах пишут или задают вопросы, как мне понять мою миссию или предназначение. Часто такие питания нам задают в листах, как мам зрозуметь свою миссию, как мам знать свое предназначение. Вот здесь все просто. Быть
светоносным существом, излучать энергию любви, доброты, света, и тогда мы своими такими искрящими энергетическими всплесками активируем энергии в сердцах других людей. Это очень просто. Быть проводом... Просто. To jest bardzo proste, być po prostu przewodem światła, dobra, przekazywać to innym i powodować, że inni też się aktywizują. Вот смотрите, факел на энергии, ощущать себя факелом. И он искрит, и все. Вот вы идете по улице, вы идете как искрящее световое существо. Люди прошли мимо вас, в сердце каждого сейчас искра, божественная искра Творца, она уже активирована. Но нужен какой-то вот... материализованная позитивная энергия, чтобы эта искра сразу запустила у человека большой процесс. Wyobraźcie sobie, że jesteście takimi zapalnikami, które cały czas sieją iskry na lewo i prawo, a u każdego gdzieś tam jest ta latarnia, która czeka na zapalenie i tam też jest iskra, która się tli. I wy jesteście takim materialnym, chodzącym zapalnikiem po ulicach. Ну, вопросов по миссии и предназначению, наверное, нет больше. Мы, не wiem, czy są jeszcze jakieś pytania na temat misji życiowej? Знаете, я еще, наверное, как-то выскажу, может быть, то, что когда-то мне задавали вопросы. Я помню, когда-то мы делали день открытых дверей в Риге в школе, и вот мужчина один остался, и вы знаете, он начал меня, ну, допрашивать, докажи, что это так. Mieliśmy jakieś drzwi otwarte w naszym ryskim ośrodku, no i tam się jeden mężczyzna zaciosał, szczególnie wytrwały, który bardzo długo po prostu wiercił dziurę w brzuchu, mówiąc, udowodnij, że to prawda. I вот мы два часа разговаривали, вот на каких-то живых примерах, вот что есть невидимые энергии, которые влияют, как они проявляются, через реальные конкретные примеры мы два часа говорили, вот это было то, что вот докажи, и я объясняю. No więc dwie godziny dawała mu przykłady z życia, gdzie ta niewidoczna energia działa, w jakich to się materializuje w przypadkach, to wiemy te godziny. А потом я вечером вернулась домой, уже знаете, как вот день заканчивается, я всегда как-то сажусь, так просматриваю день, энергии, что-то еще дорабатываю, что-то ночью дорабатывается. И в этот момент вдруг вот вспоминаю наш день открытых дверей, и вот голос Бога в голове, ты никогда ничего не должна доказывать. Ну, więc wróciłam potem do domu, zaczęłam podsumowywać dzień, czasami właśnie tak wszystkie te wydarzenia w ciągu dnia i nagle w pewnej chwili wspomniałam sobie właśnie ten dzień drzwi otwartych i głos usłyszałam w głowie Boga potem, dlaczego ty w ogóle musisz cokolwiek udowadniać, nie powinnaś tego robić. Ты только предлагаешь, а люди делают выбор сами. Пропону, а люди повинны выбирать. Потому что я уже потом поняла, я, во-первых, тогда сделала вывод, действительно, не надо никому ничего доказывать. И тогда, właśnie, już wtedy miałem pewnego rodzaju wnioski, że nie powinnam nikomu ничего удовольствовать. А потом уже как-то я поняла немножко глубже, когда мы доказываем, получается так, мы своей энергетикой где-то внушаем людям, и мы побуждаем думать и жить так, как мы решили, что для них правильно. No więc, kiedy próbujemy ludziom udowadniać jakieś racje, to wtedy naszą własną, nawet naszą rację, wtedy zaczynamy interweniować w ich system energetyczny, mówiąc im, że oni mają żyć tak, jak my uważamy, że dla nich jest lepiej. И получается, мы где-то невольно нарушаем законы добровольности выбора людей. No i w ten sposób niejako łamiemy prawo każdego z nas do wolnego wyboru. Поэтому вот очень такой тонкий нюанс. Я не знаю, как в школы мероприятия, где вы участвуете, но я хочу сказать, что в методиках и практиках школы совершенства «Первоисток» мы вообще не пользуемся энергиями разрушения. No więc nie wiem, jak tam inne szkoły, w których wy braliście udział, korzystaliście z jakich metod. W pierwotnym źródle nie używamy energii niszczących. My никогда не строим себе никакие защиты. Nie budujemy tarcz. У нас нет энергии борьбы. Не мамы боевых энергий. Это исключительно творческие позитивные энергии, созидающие. Выключительно энергии креативные и творческие, творжанцы. Вот просто задумайтесь, энергии защиты, когда мы защищаемся. Когда мы бронимся?
Когда мы считаем вокруг враги враждебный мир, мы защищаемся. Бронимся, когда уважаем, что отача нас свят враги. А надо принять людей такие, какие они есть. Они разные. А люди треба принимать такими, какими са, а они са разные. И для каждого свой индивидуальный срок пробуждения. И каждый ма свой ритм пробуждения. А для большой части людей проще войти в энергии новой цивилизации вообще через замену тела. А некоторые до новой цивилизации энергии могут выйти наипроще через замену тела. Вот когда ставится вопрос, сколько вариантов на Земле перехода существует? Или есть вариантов на Земле перехода? Столько, сколько людей на Земле и умноженное на бесконечность. Или людей на Земле через нескончённость перемножено. То есть, понимаете, и вот мы всегда побуждаем, вот что сегодня роль учителей? Не говорить вот так правильно, вы должны делать только так, все остальное неправильно. Мы просто предлагаем вам модели и варианты работы. Роль научителя сейчас не полагает на том, чтобы поучать и говорить, что это справедливо, а того, что держитесь издалека, только говорить, что это са примеры, это са модели, и из них можете использовать. И при этом, посмотрите, вы каждый уникальное существо. Каждый из вас есть выюнтковую истоту. То есть, когда мы предлагаем какую-то среднюю модель, такую энергетическую модель, вам надо принять ее и обогатить в собственном видении. Если вы достаете такую среднюю из тех всех моделей, которые мы вам даем, то ваша роль есть принять и взбогатить себя. Вот времена какие? Ощутить себя. Я создаю мир, в котором я живу. И через сознание, что я творю свят, в котором я. И вот тогда открываются двери, где были только стены. И тогда еще двери отвираем в гладких стенах. А если вы присмотритесь, то увидите, а стен-то и вообще нету. А потом, если хорошо присмотреться, то и стен не видно. И двери открывать не надо, потому что мы на открытом пространстве безграничных возможностей. Потому что мы в неограниченной пространстве всех возможностей, нема сенсу отвирать жадные двери. Так что времена у нас сейчас потрясающие. Więc to mamy bardzo imponujące czasy obecnie. I ja думаю, что вы очень готовы действительно стряхнуть груз старых привычек. Готовы, żeby strząsnąć z siebie ładunki starych nawyków. Начинаем что-то конкретное уже, наверное. Zaczynamy konkretnie. Но разминка прошла. Вы знаете, то, что я говорила, это были не просто слова, это были уже божественные настройки. Ну, więc то было уже строение энергии плоской, więc то не была просто разжевка. Вы знаете, есть три кита, на которых базируется сегодня организация новых процессов. Организация новых процессов будуется на таких трех основах. Ну, я не говорю о том, что божественный с нами, божественный план всегда с нами. Это иного просто не бывает. Я даже это не выдвигаю в три таких решающих фактора. No więc fakt wszechobecności planu boskiego ja staram się ująć w takich trzech faktach wprowadzających. Одна из основных энергий и время. Czas, jedna z głównych energii. Нелинейная искусственная форма времени, где прошлое, настоящее, будущее, годы, месяцы, часы и тикает там какой-то счетчик, который сокращает остаток пути. Чили не говорим о том штучной линейности часа, в которой мы пришлось, прошлость, секунды, минуты и тик-так. Свет, пространство, время – это единая составляющая энергии. Вот почувствуйте, свет, пространство, время – это одна энергия, которая поворачивается разными гранями. Więc przestrzeń czasowa to jest przestrzeń przede wszystkim. Więc spróbujcie zobaczyć, w jakim przeróżnych kierunkach ona się obraca. Свет – это время. To światło, a światło to czas. А энергия света, кванты света, содержат в себе абсолютно все энергии. Значит, внутри времени тоже все энергии. Ponieważ światło jako energia zawiera sobie wszystkie formy energii, to czas zawiera również wszystkie formy energii. Поэтому время – это не линия, искусственная форма для трехмерной цивилизации. Ale to nie jest linia czasowa, to jest sztuczną dla cywilizacji trójwymiarowej. Время – это объем событий.
То есть целая объемность вydarzeń. Время – это объем ресурсов для создания событий. Zakres wszystkich środków, żeby te wydarzenia się wydarzyły. Великий синхронизатор – увязать все, что существует на Земле, в Солнечной системе и в бесконечном мироздании. И ten ogromny, bezgraniczny synchronizator, żeby te wszystkie wydarzenia powiązać w całym układzie, w całym wszechświecie. Поэтому времени в трехмерном понимании, время, его просто нет. А więc takiego czasu w liniowym rozumieniu nie ma. Даже тело наше состоит из энергии времени. Nawet ciało jest zbudowane z energii czasu. И как хорошо, что божественный план, непонимание сознанием трехмерного человека, вот есть термин «вне времени», да, летом даже день празднуют «вне времени». No więc nawet dobrze, że boski plan niejako odmawia rozumienia tej liniowości, nadmiaru nieczasowości, bezczasowości. Вы знаете, я думаю, когда этот термин возникал, он возник в сознании еще трехмерного человека. Я думаю, это где-то была попытка оторвать от линейной энергии времени. Термин сам został jeszcze zbudowany w czasach trójwymiarowości. Wydaje mi się, że to była pierwsza próba człowieka, żeby się od tego oderwać. Потому что если бы нас божественный план на один день без энергии времени оставил, вы знаете, наше тело растеклось бы по земле как липкая жидкость какая-то. Prawdopodobnie gdybyśmy zostawieni przez boski plan, pozbawieni tej energii czasu na chwilę, nasze ciało rozmyłoby się jak kałuża. Я сейчас чуть-чуть настраиваю время, потому что у нас завтра будет такая более серьезная и обширная активация и восприятие энергии времени. Но я хочу, чтобы вы уже немножко вот этот процесс ощутили и начали себя раскручивать. Потому что есть такая категория внутрителесное время, и оно внутри все разное у нас. Я уже сейчас поволи начинаем настраивать час. Natomiast jutro będziemy szczególnie intensywnie z tym pracować, dlatego dzisiaj się tego przygotowujemy. Jest taka kategoria jak czas wewnątrzcielesny i to właśnie też teraz zaczynamy nastrajać. A сознание, наверное, вы знаете, сознание. Świadomość. Сознание – это вторая сила, которая является всем и держит в нас все. To jest siła, która jest wszystkim i wszystko w nas utrzymuje. И решетки сознания Земли уже последние 10 лет прожили большую трансформацию. Сетка сознания Земли в последние декады прошла поважные изменения. Раньше существовала вот такая решетка, трехмерное сознание человека, в котором у нас вибрировали знания, которые мы понимаем. Вот 2 умножить на 2 – это 4. Я живу по такому-то адресу. Мы понимали, что это за информация, осознанная информация. Вот что такое сознание в таком, ну, очень упрощенном виде. В таком трехмерном упрощенном варианте сознания, что работало у нас в чаще, например, не знаю, мешкам на улице Świętojańskiej, называем себя Павлишча. И параллельно в околоземных пространствах были решетки, информационные решетки. Я думаю, вы большинство тоже о них читали. Вот где вся информация, что, где, как, почему. А в самой пространстве существовали również сети świadomości, которые zawierały информацию, о чем, правдоподобно, уже читалище, которые zawierały właśnie информацию. Вспомнила время даже. В линейном 2006 году объединили решетки, информационные решетки и решетки сознания. No więc jeszcze w liniowym roku 2006 połączyły się siatki świadomości i czasu. To jest my сейчас, часть naszego energetycznego строения, решетки сознания, i oni już zapełnione znaniami обо всем. I w tym momencie jest nasz system energetyczny połączony z siecią świadomości, która ma dostęp do wiedzy o wszystkim. То есть посмотрите, фактически вам надо себя раскручивать и все ответы искать в себе. Dlatego to właśnie musicie się rozkręcać i od wszelkich możliwych odpowiedzi szukać w sobie. И теперь еще одна такая реальность существующая. Если вы все время ищете ответы вовне, вы себя даже не раскрываете. Więc jeszcze jedna ciekawy taki trik, że za każdym razem, kiedy szukacie odpowiedzi na zewnątrz, nie otwieracie się. А если вы ищете ответы в себе, вы требуете знания, которые в вас уже есть, но вот лампочка не загорелась, в вас все начинает просыпаться. В моменте, как начинаете шукать ответы в себе, но вы начинаете шукать той лампы, которая еще не запалила, она уже есть.
Мне как-то на семинаре давно задавали вопросы. Вот заканчивается семинар, начинаются вот какие-то вопросы задаются, да? И отвечаешь. И вот потом кто-то: а как вы все знаете? У меня такое питание на ваш штатах вообще. Под титулом: а сколько пани все знает? Вы знаете, я не знаю этого. Не могу понять. Когда идет вопрос, у меня просто оживает ответ, и я его озвучиваю. И задание питания, ответ бы мне ожива. Вообще, я на таких мероприятиях часто выступаю как рупор божественных энергий. Я на таких вообще предприятиях выступаю часто как певного рода превод энергии боской. И когда я какие-то, вот у меня есть схема, как я буду проводить занятия, но часто у меня идет работа с аудиторией совсем не по плану, очень неожиданные акценты, и я потом, реально вернувшись в физическое тело, я даже не могу толком вспомнить, что я говорила. Mam często przygotowany konspekt, jakiś plan do pracy z ludźmi, natomiast jak się konfrontuję z publiką, która jest zupełnie inna niż tak, jak mówić plan, zaczynam mówić rzeczy, które są zupełnie niezgodne z tym, co przygotowałam, a kiedy wracam do planu fizycznego, nie mam pojęcia, o czym mówiłam. Вы знаете, вот живите как всезнающая энергия. Spróbujcie żyć jak energia, która wie wszystko. У меня есть маленькая внучка, ей 1 июня будет 3 годика. Мам внучка, которая в стычню, в червцу скончит 3 лата. Знаете, я ее наблюдаю, и я так у нее учусь происходящим процессам. Учу себя от нее этих процессов, właśnie, patrząc на нее, observując. Вот я как-то работала у себя в кабинете, а сын пришел, держит на руке внучки, был еще, наверное, год и 2 месяца примерно. До кабинета сын пришел с ней на руках, еще рок тогда имела. И я у нее спрашиваю, и я ей говорю: Эвелина, вот Эвелина ее зовут, я говорю, вот я здесь работаю, вот как тебе здесь энергетика? Ты там неодноразового детска, Эвелинка, слушай, я тут працую, как тебе тут энергия подоба? И вы знаете, это был такой какой-то, ну, полушутливый вопрос ребенку, ну, год-два месяца, она даже не говорит ничего почти. И вы знаете, и вдруг у нее преображается зрение. И взрок ей еще изменил. Вот ощущение, что у нее рассеянный взгляд, и я прямо физически ощущаю, она видит вокруг и затылком, и все, что... Все. Ну реально, задан вопрос, она готовит ответ и смотрит. И вообще, заложила, как зачина взрок трохи, зачина все бегать, и видя, как у меня был практически 360 стопни поле видения, и ну, фактически почула, достала питание, шикую ответь. Потом я разговаривала вот с мамой Наташей, Эдвина женой. Вот они тоже вот, ну, Эвелине с родителями повезло, конечно, они продвинутые. И мне рассказывает теперь Наташа, вот как она общается, Эвелине было года 4 месяца. И моя жена моего сына, właśnie, родители, аккурат, пощастило ее моей внучке, тоже са розвиненчи. И она релаціонует, как она разговаривает со своим цурком, когда мяла роки 4 месяца. И она говорит ей: Эвелина, иди в такую-то комнату, вот там открой ту дверцу, выдвини тот ящичек и там найди такой-то предмет, принеси мне. Ну, иди до того покоя, отвори шуфлады, выйми из того шкафа, пуделка, отвори пуделка, вещь такую вещь и принеси мне там. Понятно, что ребенок в таком возрасте, он не знает, где у мамы что положено. В том веке у детского не ма понятия, где что мама отшила. Она спокойно выслушивает. И побежала, и приносят то, что надо. Она завтра приносила. Вот это мне тоже, вы знаете, вот я тогда поняла, вот маленькие дети, они живут как живое сознание. Малые дети са как живая świadomość. А в этом, в таком всезнающем сознании не надо открыть ящик, чтобы увидеть, где что лежит. В сознании уже есть информация, где что находится. А та świadomość не потребует отверять пуделка, чтобы видеть, что в środку, только она уже информация, что там может быть, где то знаешь. Как вы думаете, для чего я вам это рассказываю? По цели я вам то все говорю. Бо файна внучка. Внучка классная. Мы этому учимся. А дети уже такие есть. Мы все этого учим, а дети уже там мают. Понимаете? То есть, вот может быть это «будьте как дети», да, вот здесь вспомнить, да мы все это чувствуем и можем. Поэтому посмотрите, вот чем где-то рваться, где-то искать вовне информацию, я иногда говорю, да вы сядьте, помедитируйте на свои решетки сознания.
Więc dzieci, mówi się, bądźcie jak te dzieci. Ja często mówię, ludzie, którzy biegają, szukają informacji dookoła, mówią, usiądźcie tam, gdzie jesteście, na swojej siatce świadomości i dowiedzcie się sami. Потому что, смотрите, энергия времени хранит в себе все обо всем. Энергия сознания хранит в себе все обо всем. Энергия часу, энергия świadomości łączy w sobie, łączy wszystko, zawiera w sobie wszystko o wszystkim. И еще одна уникальная структура энергетическая. Еще одна уникальная структура энергетическая. ДНК. ДНК. Да? Вот что такое? Это не имеет отношения только к здоровью и телу. То не есть только отношение до тела и здоровья. В теле ДНК проявляется как самая низшая микроскопическая часть нашей всей голографической бесконечной ДНК. Więc DNA ludzkie to jest ta mikroskopijna, najmniejsza cząsteczka, wersja tego kosmicznego makro-DNA. W DNK nie tylko informacja o naszym zdrowiu i o naszych myślach. Tam nie jest tylko informacja o naszym stanie mentalnym i naszym stanie zdrowia. Tam każdy mig wszystkich событий жизни. Tam są zarejestrowane wszystkie wydarzenia naszego życia. Вы три года назад залили свою любимую белую сумку какими-то чернилами. Три года тому, например, запаскудили свою любимую торопку каким-нибудь атраментом. В ДНК осталась запись, что вот тогда вы испортили свою сумку и все ваши эмоции, и все эти мысли. И все эти эмоции, мысли и того выражения стали зарегистрированы в вашем ДНК. ДНК является частью энергии времени и частью сознания. Здесь даже трудно выделить, что первично, что вторично. ДНК является частью энергии времени и энергии сознания. И трудно сказать, что было первое, что было второе. В ДНК уже существуют доступные вам все высшие способности. И все эти высшие возможности заварты сами уже в них. Все ваши события, в какой квартире вы живете, в какой квартире будете жить, на какой машине поедете в отпуск, все уже в ДНК есть. Wszystkie ваши мешкания были и пришли, самоходы, на которых будете ездить на вакансии, там то есть записано. С ДНК мы тоже будем работать. В ДНК активируется энергия, формирующая нестареющие клетки. No więc to jest, z DNA też będziemy pracować i tam się znajduje energia, która formuje komórki. Вообще ДНК является частью механизма огромной саморегуляции человеческого тела. To jest część mechanizmu kolosalnej samoregulacji ciała człowieczego. То есть вот посмотрите, сознание, время и ДНК. Вот наша божественная триада, которой мы можем вообще преобразить весь мир в свой. Więc świadomość, czas i DNA, czyli boska triada, którą możemy cały świat przekształcić. Вот захватывающие времена пришли. Ciekawe czasy mamy, nie? Когда-то в духовных трудах Востока, я думаю, вы многие читали, существовала поговорка «Не дай Бог родиться на смене эпох». A, więc dawniej tam było takie wschodnie przysłowie «Nie daj Boże urodzić się w czasach przemian». Потому что цивилизации меняли друг друга через полное завершение и, как говорится, катастрофа. Лемурия сгорела, Атлантида утонула и так далее. И то, что еще было 800 миллионов лет, мы даже не знаем. Ну, najczęściej jakaś cywilizacja, kiedy dochodziła do cyklu zakończenia, kończyło się to katastrofą i następna z tej katastrofy powstawała Atlantyda i tak dalej. Эволюция Земли насчитывает сотни миллионов лет. Эволюция Земли – это сотни миллионов лет. Я думаю, вы все наталкивались на какие-то находки, которые глубоко под землей, где-то там в каких-то глубинных пластах находят нечто вроде железной дороги. Это я еще в школе училась, это была сенсация, как такое может быть. И сейчас постоянно выходят вот какие-то такие открытия. То есть Земля прожила много цивилизационных витков. Na warstwach tektonicznych znajduje się, gdzie naprawdę wiele coś kontrowersyjnych odkryć archeologicznych postaci, coś co mogło przypominać na przykład tory kolejowe, gdzieś tam na głębokości, której nie powinno występować. Cywilizacja ziemska liczy sobie lat miliony. Tak, że путь nasz był długi. Więc mamy długą drogę. I my gotowiliśmy вот к этому воплощению. I do tego wcielenia się szykowaliśmy. Показать, что можно перейти из одной цивилизации в другую, впервые в истории Земли,
Без потери тел, без потери материального мира, без уничтожения материального мира. По то, чтобы показать, что можно прийти в одну цивилизацию с одной в другую, без утраты тел физических, без катастрофы. Поэтому нам всем сегодня надо научиться создавать новые позитивные состояния, не разрушая то, что было раньше, просто закрывая тот этап. Dlatego musimy się nauczyć tworzyć nowy pozytywny wariant bez zniszczenia tego, co było, tylko po prostu zostawiając go za sobą. Я хотела еще обозначить очень необычный такой энергобожественный момент. Я еще хотела такой вариант энергии Божьей тут зазначить. Вы понимаете, что если на Земле очень такой конкретный, достаточно низкий вибрационный фон, божественные силы войти в эту энергию не могут. Очень высокочастотная энергия, а материальная просто не выдержит. Но если свет материальный тутай земский есть достаточно мощно загрязненный, то высокая вибрация света Божьего имеет трудности, чтобы тут проникнуть. Но божественный план изобретателен куда более находчивый, чем мы с вами с какими-то отголосками человеческого мышления. Но выносливость этого плана иногда перекрашивает все возможные воображения людского света. Поэтому вы, наверное, читали много. Вот существуют параллельные реальности. Читали еще, запевно, «Свята Крудоаймых». И еще существует энергия времени, которой фактически любые энергии грядущего, они не где-то там на линейной дали, они здесь среди нас энергии грядущего. И есть еще энергия часу, которая все возможные доступные эмоции не знайдуются где-то там далеко на каком-то шнурку, на его конце, только тут. Поэтому божественным планом создается такая, как другая реальность рядом с нами, чистая, высокочастотная, и в эту энергию божественный план входит. Она буквально нас пронизывает. Вот так мы можем почувствовать, что божественные силы нас буквально обнимают. И план Божий творит свет равнолегвый, который может свободно появиться, который нас отачает и отдействует на нашу землю. Вот это важнейший момент. Вот. Всем понятно, как рядом с нами присутствуют божественные силы. Можете задать себе сейчас справа в очень важной хвили, что это беспосреднее соседство Божьих сил. Сейчас, в этой хвили. Знаете, буквально как невидимая реальность здесь с нами, и получается, что божественные силы фактически входят вот в нашу внутреннюю энергетическую параллельную реальность. I możemy poczuć, jak siły boskie w tym samym momencie wchodzą równolegle w naszą, nasz świat, w nasz świat energetyczny. Это я пытаюсь на человеческом языке объяснить запредельные процессы. No to jest właśnie są moje próby, żeby na ludzki język przełożyć te rzeczy niewidzialne. И сегодня наша задача вот это тесное общение с божественным планом и прочувствовать. I naszym zadaniem jest właśnie bliski kontakt z planem boskim i jego działaniem. Настроены на такую высококлассную работу профи, и вы эти профи. Настроены на такую очень профессиональную, высококачественную работу, и вы есть этими профессионалистами. И посмотрите, ключ ощутить себя живой энергией. Ключ зрозумения себя, как энергии живой. Принять, что в нашей энергетической оболочке божественный план дал нам все уже знания и инструменты, которые нужны, чтобы создать другую жизнь. С акцептацией, что план Божий в нашей оболочке энергетической дал нам все развязания и информации, потребные для творения нового жизни. И мы не будем пробовать, мы просто будем делать, вот вбирать в себя, становиться новой энергией. И не будем пробовать, только будем делать, вдражать в себе новую энергию. Еще я хочу, может, опережая вопросы, я знаю, что очень многие всегда волнуются за свои семьи и близких людей. Мы столько писем получаем. Выпрежаясь питания, разотповедаясь на питания, которые достают близко, многие из людей мартвятся о своей родине, о свой стан родине. Когда вот дети живут неправильно, внуки неправильно, муж думает неправильно, жена мало работает с энергиями. Когда мы имеем неосвященных детей, неосвященных мужчин, неосвященных родителей. И нам же, мы же знаем, как правильно для них, и нам так хочется вот. А мы естественно освящены, поднажать. Как они должны быть освящены? Вот как быть в этой ситуации? Как себя в этом отдать?
Я еще обозначу один важнейший божественный закон. И то есть одна из важнейших прав Божьих. Мы не имеем права внедряться в энергии людей даже с добрыми намерениями. Nawet mając dobre intencje, manipulować czyjąś energetyką nie powinniśmy. Мы не имеем права разглядывать энергетику других людей и смотреть, а у него такая энергия, такая, а тут все хорошо, правильно, а тут неправильно. Это грубейшее нарушение. Вообще за это идет дисквалификация. Не повинны сканировать энергетически никого, справдзать, как он ва, как он ва вибрацию. То есть практически дисквалификуемся. Знаете, вот по аналогии, что такое энергетика каждого человека? Чем есть энергетика каждого человека? Это как квартира, в которой стоят столы, шкафы, что-то лежит в шкафах и прочее. Это мешкание, которое имеет мебель, которое имеет какие-то предметы, все в нем. Мы ведь не имеем права войти в чужую квартиру, открыть шкафы. Это тебе не надо, выброшу, а вот эта вещь будет тут лежать, потому что она правильная. Ну и сейчас... Nie mamy prawa wejść do mieszkania człowiekowi i otwierać mu szafę i grzebać mu w rzeczach i wyrzucać mu, z tego nie możesz mieć. Во-первых, это нарушение закона, внедряться в энергетику и что-то там разглядывать. To jest złamanie prawa, grzebanie w energetyce i rozskalowanie tego tam. Во-вторых, пока человек энергетически не готов, и даже он согласился, хорошо, ты идешь на семинар к Бируте, я тебе разрешаю, пусть с моей энергетикой происходит все, что тебе там Бирута делает. Ну, и даже, powiedzmy, окей, zgodziłeś się iść do Biruty на warsztaty, idziesz do niej, я się zgadzam, żeby wszystko, co się tam, co ty będziesz chciał ze sobą robić, czy chciał ze sobą robić, za pomocą mojej energetyki również się zmieniało. Лет 10 назад мы даже это делали на семинарах. Robiliśmy to na warsztatach 10 lat temu. My обычно rekomendowali słuchaczom: pogawajcie przed seminarem ze swojej семьą. Kto gotów jakieś energetyczne zmiany przyjmować, pusty oni wam rozrzeszą i wtedy to, co wy przyjmujecie na seminarze, gdzieś jakieś rezonanse rozkrywają się u człowieka. Rozmawiajcie w domu, powiedzcie o czym, z czym będziecie pracować i niech oni wam pozwolą domu przyjść potem z tym do domu i oddziaływać na nich. Тем, что принесли из варштата. Это когда было вот такая подготовка людей к новым энергиям. То было приготовление людей до энергии новых. Но теперь изменились времена. Часы же изменили. И сейчас самое главное – побудить людей к собственному творчеству. И сейчас наиважнейшее – это побудить людей до własного творения, собственной креативности. И вы знаете, что я убедилась? Вот у нас круг общения, живой круг общения. С кем-то мы очень много раньше ездили по семинарам. У нас людей, которые мы много знаем лично. Мы едем по каким-то силовым местам, по каким-то таким мобильным семинарам, на каких-то активных энергетических местах. Мы многих знаем лично, и поэтому мы с ними общаемся, и к нам они обращаются по-разному. И знаете, вот а как ты думаешь, вот что мне подойдет? И я подсказываю. Ездим по разных местам, мы уже bardzo gęstą sieć w wielu miejscach ludzi, którzy już z nami pracują naszą metodą. Jeżdżąc tam, spotykamy się z nimi, tworzymy takie, powiedzmy, tymczasowe warsztaty, podczas których zadawane są pytania. Co ty myślisz, czy to dla mnie zapracuje, czy to mi się przyda? И вы знаете, что потом стала наблюдать в реальности, что происходит? Potem zaczęłam patrzeć w rzeczywistości, co się dzieje. Понимаете, вот это с моей энергетической позиции, вот это у человека пошло бы хорошо. И с моей позиции энергетической, то бы у человека справдило. Но у него сознание до этого варианта не доросло. А он уже не имеет, например, świadomości, которая бы могла позволить на то. И он принимает это на уровне трехмерного ума, и потому что он мне доверяет. Не потому что дорос до этого, а просто потому что он доверяет. Он любит меня, верит мне, але ма... To jest wszystko. On ma na razie trójwymiarowe rozumienie i on tylko mi wierzy, on tego nie dojrzał do tego. I очень редко у кого вот эта рекомендация давала результат. I takiego rodzaju zalecenie rzadko kiedy u kogo dawało wyniki. Да, то есть вы посмотрите. Поэтому вот когда мы работаем на каких-то индивидуальных практиках и на консультации, вот человек приходит, он передо мной открыт. No, kiedy pracując na indywidualnych konsultacjach, praktykach, człowiek do mnie przychodzi, on jest otwarty. И он выкладывает, вот у меня эта ситуация, эта ситуация, эта ситуация. Ну, вот такая ситуация, такая и такая.
И знаете, вот для меня сразу, вот это потому, все ясно. Я вижу причины. И я уже давно не подсказываю, сделай так и так. Я уже давно не говорю так и так. Не говорю, вот у тебя есть это. Не говорю, а что и то. Я всегда подталкиваю, чтобы человек увидел сам в себе. Я бардзо попрошу человека, чтобы сам в себе это увидел. И я так подсказываю, ну вот посмотри, а как ты думаешь, может вот этот аспект есть в тебе? Питам разу, и так ты забачал, а так ясно у тебя есть или нет? Человек смотрит себя, ой, да, наверное. Человек подсказывает, так, ну, хиба так. Вот это хорошая реакция. И то есть реакция вообще. А тут что-то еще подскажешь? А вот этот момент, смотри, у тебя там сложные отношения, вот этот аспект, как ты думаешь, у тебя есть? Ну, тут зауважно, что какие-то трудные стосунки с иными людьми, то ты настолько у тебя есть, как мечтаешь? Ой, не-не-не, с этим нет, у меня все не, в порядке. Не-не-не, проблема, что скажу. Понимаете? И я очень хорошо понимаю, мне сейчас бесполезно даже озвучивать. Человек может озвучить «да-да-да» в самом деле, но глубинного энергетического принятия «да, это есть, но мне не надо», понимаете, энергия никуда не денется. И я так не рушу, потому что даже если он еще лояльный со мной, сгодит, что у меня какие-то проблемы, а в środку на протест и не сгадзаешься со мной, энергия не будет встанет там вечно. Вот видите, как вам важно быть, смотреть себя и в себе разбираться. Поэтому так очень важно для вас смотреть на себя, до себя и ориентироваться в себе. Я как-то, наверное, на заглавной статье в нашем сайте есть такая фраза, я даже написала, худшая форма лжи – это самообман. Więc tak napisała na nas na stronie internetowej. Najgorszy rodzaj kłamstwa to okłamywanie siebie. Понимаете, насколько мы открыты перед собой, настолько зависит быстрота изменения нашей жизни. Stopień otwartości siebie samych na nas jest bezpośrednio wpływa na to, jak szybko zmienia się nasze życie. To jest Божественное содействие всегда с нами, но мы должны задавать процессы сами. Plan Boski, jego współpraca z nami jest cały czas, ale proces powinien być inicjowany zawsze przez nas. Поэтому все, что мы с вами пройдем за два дня, я вам очень рекомендую прослушать повторно с паузами. Dlatego proponuję, że wszystko to, co dzisiaj powiem przez te dwa dni, przesłuchajcie jeszcze raz, pauzując często. Мы очень пойдем быстрыми темпами. Będzie tempo szybkie. Очень много будет озвучено, это все потом надо будет не спеша еще раз прослушать. Wiele zostanie powiedziane i trzeba będzie to jeszcze raz potem bez pośpiechu przesłuchać. Если вы будете делать это в группе, будет замечательно. Jeżeli to grupowo zrobicie, to jeszcze lepiej. Поэтому у нас с вами в этот день три части, сегодня и завтра три части. Вот все, что мы сегодня говорим, уже идет общая настройка вашего сознания и вашей ДНК, и энергия времени, и божественные силы здесь с нами. Вот сейчас нам надо только ощутить, мы готовы становиться другими. Dzisiaj będą trzy części, jutro będą trzy części i już teraz możecie zauważyć i możecie to nawet poczuć, że zarówno Plan Boski, jak i te trzy filary, o których mówiliśmy, DNA, czas i świadomość, już zaczynają. Теперь посмотрите, все, что сегодня существует в вашей реальности, все хорошее и другое, это все энергии, наработанные в этом воплощении и множестве тысячелетий, миллионов прошлых воплощений. Обычная ваша ситуация, целая энергия, которая там сейчас находится, это есть выник працы обычной в вашей и тысяч миллионов лет вчесней ваших вчера. То есть вот еще момент, посмотрите, как нам показывает Божественный мир, что в нас есть, но мы в себе не видим. Plan Boski показывает нам специфично то, что мамы, а чего не видим. Посмотрите, что вам не нравится во внешнем мире. Zobaczcie, чего не любите в свете за внешнем. Это старая такая, все вы, думаю, знаете. То есть старая метода, это помню. Вот все, что не нравится во внешнем мире, убираем в себе. То, что нам еще в себе не подоба, от себя отсуваем. Знаете, как-то у меня был вопрос, тут такое тоже знакомая Задача. Женщина написала письмо о очень такой неприятной, тяжелой ситуации. Pewna kobieta opisała mi bardzo nieprzyjemną sytuację, ciężką. I ja mówię, no посмотри, no raz takie случилось, значит, эта энергетика в тебе есть, тебе ее надо принять, с благодарностью, любовью отпустить, не зарубить, не закопать, не запрятать.
с любовью отпускать, как исчерпавшую назначение. Więc mówię, jeżeli to ci się wydarzyło, to znaczy, że ty masz tego potencjał w sobie, więc nie chodzi o to, żeby teraz to zakopać, gdzieś przykryć kamieniem i jeszcze na tym zatańczyć, tylko rzeczywiście spróbować to z miłością przyjąć i jako takie odpuścić. И она так, это возмущенно. Ну я же так не живу, я никогда такой поступок не сделаю на таком эмоциональном направлении. Я страшно взбужила, говорю, я не являюсь таким человеком, я так никогда не сделала. А понимаете, вот в этой жизни мы так не делали, а в прошлых воплощениях кем мы только не были. В том числе, что-то не делали, мы, но мы имели только вчера, что сдожились, мы делали все. Мы грабили, убивали, воровали, захватывали земли, нас захватывали. Мы в таком вихре самых разных событий были, что, в общем-то, вот это все сейчас на планете вибрирует. Więc в таких разных конфигурациях там ката и ofiary, что то, что сейчас obecnie to jest dzieje, to jest po prostu tego echo. То есть одна из наших серьезных задач будет энергетически объединить опыт всех воплощений. А нашим заданием будет сейчас объединить энергетическое досвидчение всех тел. Энергии не только в событиях, в которых мы бывали, энергии физического здоровья, всех семейных отношений, все наши планы, мечты, драмы, страдания, вот это все в одном. И когда, что бы мы ни отпускали, какие энергии сейчас, демонтируется во всех местах хранения событий. No więc to chodzi nie tylko o zdrowie, czy wydarzenia, czy doświadczenia, ale również wszystkiego rodzaju traumy i interakcje. Wszystko, co się wydarzyło teraz, zostanie zintegrowane i połączone. Вот это позволяет сделать нам энергию времени. I na to pozwala energia czasu. Потому что энергия времени – это вечная, всегда и везде. То есть энергия вечности и всеобъемлющей. Где нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Где нет ни разнейшности, прошлости и прошлости. И когда мы меняем что-то сейчас в своей существующей энергетике, энергии демонтажа уходят в сотни тысячелетий и миллионы лет. И когда сейчас что-то изменяем в энергетике, то этот демонтаж идет в веки встеч и до вперед. Мы давно не работаем с энергиями и событиями только этого воплощения. Мы давно не работаем с энергиями одного тела. Вот это принимается, у всех принимается, или кому-то это еще сложно, вот так понять? Чи вы это акцептуете, чи для кого-то из вас это трудно для принятия? Когда-то существовали цивилизационные матрицы, они как отдельный такой вот, ну, локальный энергетический сектор. Вот это Лемурия, долемурийская эпоха. Все отдельными секторами. Вот знаете, как энергетические сферы. Одна сфера закончилась, мы оттуда перешли, да, идем в атлантических цивилизациях, там проживаем какие-то события. Локальные сферы. Когда-то были такие матрицы цивилизационные, сферы локальные. Lemuria, Polemuria, czas Atlantydów. Każda z nich była pewnego rodzaju zamkniętą całością, miała swój początek i koniec. I wszystkie nasze energetyczne передвижения были доступны в рамках нашей звездной системы, солнечной системы. И все эти пересечения энергетические были доступны в рамках нашего системы солярного. А теперь сняли ограничения. А теперь эти ограничения исчезли. Опыт всей Земли – это единое эволюционное пространство. И досвидчение целой Земли – это единая пространство эволюции. И вот некоторые кажутся, ага, нас выпустили за пределы Солнечной системы, ну теперь наши рамки галактика. No więc mówimy, wypuszczono нас за te z tej ziemskiej klatki, to teraz galaktyka jest ograniczeniem. Это не так. To nie jest tak. Божественный план полумерами не ограничивается. План Боский не стосует полумеров. Поэтому открыто все космическое пространство, бесконечность космоса, насколько мы сами себе позволяем чувствовать себя. А ведь открыто так далеко пространство, как бардзо мы себе позволяем чувствовать. Поэтому, но мы не растягиваем энергетику, которую эволюционируем на Земле. Мы просто чувствуем, а мы везде существуем. Не хочу то, чтобы сейчас растягивать энергию, которую мы тут развиваем на Земле, только чувствовать, что мы везде, будучи тут.
Вы знаете, когда нам раскрывают, вот, ну с нами же тоже очень много тут у нас божественный план, вот программы, большинство программ, отчасти это вот совместное творчество с Крайоном. Мы давно не пишем ни диктовки, ни ченнелинги, потому что сейчас настолько невозможно отделить, где божественный план, где мы свои идеи вносим, но вот надо привыкнуть, что мы живем вообще как бесконечное существо. Но мы сегодня целый час в таком застроении с Крайоном, уже практически не можно, а часами раздружить, где есть наша działalność, gdzie jest Plan Boski. Jesteśmy praktycznie cały czas w aktywności jak istoty boskie. Знаете, очень много лет назад, наверное, лет 15, когда тут очень вот пошли уже закрываться программы трехмерного мира и готовили переход и новую цивилизацию, вот всплывали такие вот два очень момента, которые, наверное, лет 5 меня вводили в смущение такое. Да? Я вдруг начала чувствовать, что я где-то в какой-то космической беспредельности создаю новые системы жизни на базе тех знаний, которые здесь на Земле я еще буду проживать. Ja miałam takie ciekawe zakrzywienia, jeszcze 5-15 lat temu tutaj się zaczynały właśnie te trójwymiarowość zmieniać. Ja miałam takie dziwne wrażenia osobiste, które polegały na tym, że miałam wrażenie, że od pewnego okresu 5 lat zaczynam wdrażać rzeczy, które poznam za, dopiero przed sobą, które poznanie mam dopiero przed sobą. Я хочу сказать, что это не мой личный феномен. И то не есть мое уникальное явление. Если вы будете чувствовать свою эту всесущность и тренировать в себе это, и вы такое почувствуете. Если будете тренировать вычувание własной всеобъемности, вы мне что начнете чувствовать. Еще один момент меня тоже очень много долгие годы смущал, пока уже ну, не пошли так активно раскрываться потенциалы новой цивилизации. Вот было такое убежденное знание, Земля создана раньше Вселенной. На przykład miałam też takie dziwne myśli wcześniej, które się prawdopodobnie właśnie zdarzały, że miałem wrażenie, że Ziemia istnieje przed Wszechświatem, że jest starsza od Wszechświata. И для меня это было так непонятно, как такое может быть. Nie mam pojęcia, jak to możliwe. Потом начинают раскрываться программы цивилизации, задача Земли, вообще роль Земли для космических процессов. И я поняла, что речь не идет о той Земле, которая, вот на которой мы живем, имеется в виду Земля с новой цивилизацией. Я зрозуміла, что в моменте зміни цивілізаційної трансформації так направді не ходило о Землі, на которой мы мешкаем, только ходило о Землі, на которой нам мешкать. И на Земле идут сейчас процессы, которые будут иметь значение для Вселенной и для космоса. И на Земле сейчас деяются вещи, которые будут иметь значение для целого космоса. Я думаю, многие из вас знают, что мы как раса на Земле очень необычное явление. Видите, również, что мы, как земская раса, мы достаточно необычные. Когда идет информация, вы, наверное, читаете, вот есть какой-то особый звездный посев, там есть прочее. Вы знаете, на самом деле все намного шире и глубже. Часами читаете информацию о разных галактиках, разных звездосборах, так направда это звезды глубже. Большинство людей здесь, на Земле, это, знаете как, первородное наше рождение в энергиях истока истоков первотворца, вот первотворец, создавший все сущное, вот мы фактически из той божественной колыбельки. Większość нас tutaj to jest pochodzi z źródła stwórcy, sama tak naprawdę bezpośrednio z kolebki. Поэтому в нас и есть все способности творчество и еще больше у нас есть тела и способность создавать материальный мир. Dlatego mamy wszystkie możliwe kreatywności i zdolność tworzenia świata materialnego. Чувствуете, какой важный момент надо принять сознанием? В нас есть все. To jest ważne, żeby to objąć świadomością, że my mamy wszystko. Как вы к своим детям относитесь? Ведь стараетесь дать все лучшее. Как вы себя к своим детям относите? Стараетесь дать наилучшее дать. Человека родители. Ну, говорю, как родитель. А как божественные родители? Конечно, они своим детям вложили все. И вот наша задача, вот начинать в себе распаковывать эти способности, материализовать мир, изменять мир. И начинать надо с околотелесных энергий и с нашей биологической формы. А тем более Божий родитель вложил и заинвестовал все, что свое, в свои дети. И поэтому мы сейчас эти презенты должны распаковывать и начать их использовать, используя их вовсе энергии, которые нас окружают.
В бесконечности космоса много различных жизненных систем и развитых цивилизаций, включая божественные. Космос знаменует много цивилизаций и форм жизни, в том боских. Но такой уникальной цивилизации, как наша, нет, потому что у нас божественные истоки рождения. Так и как наша, однак, нет, потому что мы имеем боское źródło народжин. И в этом плане мы действительно уникальное явление. И stąd мы jesteśmy уникальны. Поэтому наша общая роль для того, чтобы в космосе шли позитивные процессы, чрезвычайно важна. И stąd właśnie te nadzwyczajne procesy zmian w kosmosie mają iść od nas. И опыт материальной жизни, и разные испытания, и трудности, и прочее, все это пройдено, чтобы мы вообще понимали, какие существуют энергии, какие надо раскрывать, а какие уже пора навсегда завершить эволюцию. И все эти трудные достижения и травмы, которые прошли, это процесс, который должен узмысловить, какие энергии мы развивать, а которые должны оставить за собой. Вот это все сейчас нам в себе и надо раскручивать. И то właśnie będziemy musieli rozwijać. А вот теперь загляните в себя. Есть ощущение такой внутренней готовности? Но на самом деле пришла пора. Spójrzcie w siebie i powiedzcie, czy macie takie wrażenie wewnętrznej gotowości, że już czas. Вот такая внутренняя решимость. Wewnętrzne zdecydowanie. Тогда давайте начинаем чувствовать, кто с нами. Więc poczujmy, кто с нами есть. Вы знаете, мы все такие разные. Я знаю, что у всех есть любимые божественные существа. Мы jesteśmy так różni, że każdy z nas ma swoje ulubione byty boskie. Кто-то очень любит Богоматерь. Кто-то любит Матку. Кому-то Иисус Христос, кто-то с Крайоном работает, кто-то с разными архангелами, кто-то с Первотворцом. Кто-то с Творцом, кто-то с Аниолами, Крайоном. Но я хочу сказать, что все божественные существа имеют такую тоже восходящую энергетику. И все существа Божьи имеют свою особенную энергетику. И они работают с нами с тех вибраций, которые мы можем почувствовать. И мы работаем с такими вибрациями с нами, которые можем почувствовать. Вот в русском языке есть такое слово, вот есть более низкая ипостась, более высокая ипостась. Я в латышском языке не могла найти вот перевода точного, а вот по-польски что-то есть? С латинского, латинского происхождения. Проявление. Проявление, ну проявление. Хипостаза, або проявление. Chociaż hipostaza bardziej termin prawniczym powiedział, ale jest niższa i wyższa forma przejawienia. Вот давайте вспомним иконы, какие старинные древние иконы, как выглядят ангелы, архангелы, Богоматерь, Иисус, все страдающие со слезами и так далее. Видите старые иконы, на которых видите постаці właśnie Матки Боскі, ангелов, którzy płaczą, mają zatroskane twarze. А мир был страдание и испытание. Таким был świat wówczas. Тестом, доświadczeniem трудностей. То есть вот люди такими чувствовали божественный план, они такие иконы и рисовали. Как план Божий был отбираны, такие иконы тогда повставали. А человечество меняется, наступает, смена эпох наступает. Обратили внимание, что иконы начали создавать, вот новые иконы, они другие. Новые иконы są inne, już teraz на новый час. Они уже, знаете, вот на энергии, вот на лике Богоматери сплошная любовь. И на обличу Матки Боскі, зобачите, саму милость. А сейчас для новых времен, вы представляете, какая высокая ипостась. Вот это божественные существа вибрируют и наделяют нас энергиями быть другими. Вот напитывают, чтобы мы вбирали в себя божественность. Byty boskie już teraz tworzą tego rodzaju moce i dostajemy je na własną gotowość, takim, żeby myśmy się mogli zmieniać również. Поэтому с нами, как куратор и создатель нашей школы, всегда первотворец. Więc Stwórca jest z nami zawsze jako kurator naszej szkoły. В христианстве такого, наверное, божественного существа нет. Stwórca pierwotny, mówiąc dokładnie tylko termin, prawdopodobnie w chrześcijaństwie ten termin może nie występować. Знаете, что в новые времена пришли очень большие группы с разных ангельских существ. Obecnie pojawiły się
sporej grupy z nowych urzędów anielskich. Krajona, naверное, большинство знает, да? Или не очень. Он, czy, jak nie wiem, czy Krajon jest przez wśród Was znany? Nie, nie jest wiesz. Niektórym? Słyszałem kilkoro. Niektórym słyszałem? Nie, nie. Вы знаете, вот группа Крайона очень необычная такая группа. Группа Крайона jest dosyć niezwyczajna. Потому что они создают энергии, в которых мы живем. Они творят энергии, в которых истнеем. Вот когда мы с вами строим новые матрицы сознания и чувствуем структуру энергии ДНК, вот это, как я их называю, космические конструкторы и специалисты. Więc to oni są właśnie specjalistami, konstruktorami kosmicznymi, którzy właśnie tworzą to przestrzenie świadomości i DNA. Они нам строят дом, в котором мы с вами комфортно можем жить. Будуем дом, в котором можем себе спокойно, комфортно жить. Слово матрица понятно всем или как-то чуть-чуть объяснить? Czy słowo matryca jest dla Was zrozumiałe, czy to wiesz? Понятно, Вот знаете, есть такая поговорка на русском, но не знаю, может на польском аналог есть. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Есть такое присловие универсально-световое. Ты влетело, то вылетело. Смотрите, энергии в пространстве все время движутся. Энергия в пространстве ciągle. Информация пришла, в одно ухо влетела, и во второе вылетело, и у нас ничего не осталось. Информация впадает одним ухом, другим вылетает, и ничего не остается. Матрицы существовали всегда, просто о них не говорили раньше. Матрицы истнения są zawsze, о них się po prostu nie mówiło. Это как энергетическая конструкция, которая внутри себя содержит нужный комплект каких-то энергетических механизмов для нашей пользы. To jest konstrukcja energetyczna zawierająca komplet mechanizmów, których potrzebujemy używać dla własnego pożytku. Посмотрите, вы все фактически семейные люди. Jesteście ludźmi rodzinnymi. Мы все имеем матрицу физического здоровья, то есть вот оболочка, в которой механизм, как живет наше тело. Мамы матрицы здоровья физического, а więc то есть механизм, в какой способ наше тело функционирует. Поженились, пара поженилась. Вот они теперь, мы тут поставим диван, здесь стол, там это, вот так мы обустраиваем свою жизнь. Начинает формироваться матрица семьи. Był ślub, to jest... zaczęliśmy planować, tutaj kanapa, tutaj dywan, zaczyna się tworzyć matryca rodziny. To jest ta energetyczna forma, która utrzymuje w sobie jakieś mechanizmy energetycznej pomocy. Więc jest to pewnego rodzaju schemat, który utrzymuje w sobie mechanizmy pomocy energetycznej. Вот почему сейчас так много говорят, выйдите из старой матрицы. Dlaczego tak się dzisiaj mówi często, wyjdźcie ze starej matrycy? Потому что, ну да, оболочка, вот тело трехмерного человека. Там болит, там чешется, тут что-то еще, там это какие-то процессы нежелаемые. Все внутри старой матрицы здоровья. Ну, więc, например, мамы przykład starej matrycy zdrowia. Ciało trójwymiarowego człowieka, tu mnie boli, tam mnie swędzi, tutaj kuleje. А еще около телесная энергетика, про эфирное тело все же знают, да? А тело этеричное, около телесной структуры, о том тоже вече. Миллионы лет жили, все болячки на эфирке. То все болезни, все эти хоробы, миллионы лет нагромадзаны са właśnie в нашей полоце этеричной. А теперь, когда божественный план нам создает другое энергетическое тело, идет демонтаж эфирки. A ciało eteryczne jest demontowane teraz w trakcie właśnie wchodzenia w nową strukturę energetyczną. I przedstawiajcie na demontażu wszystko, co tam narobotało, nam ubierają. I teraz te wszystkie nagromadzone paskudstwa zaczynają nam zdejmować. И нас облекают в такую сияющую околотелесную, мы ее называем духовной оболочкой, новая, которая пронизывает тело. Ой, вы же можете оптимизировать свое здоровье. И teraz zaczynamy być pokręcanie niejako taką właśnie kokonem energetycznym, która praktycznie może dzięki czemu może optymalizować całe wasze zdrowie. Ja nie думаю, że my сегодня успеем вот эти все работы провернуть. Но по такому же принципу я просто озвучу, чтобы вы понимали, что процесс идет. И если вы примете, что это происходит со мной, что-то пойдет. Вот астральное тело, наши чувства, мысли, ой, тут там злое, там еще что-то, бурлящие старые негативные эмоции, от которых мы все устали уже.
No więc ja właśnie wam wyjaśniam, my wszystkiego nie zdążymy przejść, ale to, co ja wam teraz opowiadam, to jest po to, żebyście zdążyli się otworzyć na to i żeby ten proces mógł w was się o coś zahaczyć. Na przykład w świecie astralnym, który gromadzi wrażenia mentalne, wrażenia emocjonalne, najczęściej związane z niechęcią, lękiem, zazdrością wobec innych. То есть смотрите, на демонтаже астральной оболочки, на демонтаже ментальной оболочки у нас уходит очень много старых драматических мыслей, какие-то старые убеждения, злости, обиды. Это идет колоссальный процесс очищения. Очищение, демонтаж астрала, демонтаж тела ментального поводует, что również odsuwają się, zaczynają być demontowane te wszystkie stare schematy emocjonalne, te wszystkie dramaty, które przeżyliśmy wcześniej. А энергии, эмоции, энергии мыслей мягко начинают активироваться в наших решетках сознания. А энергии мысли, эмоции начинают себя деликатно активизировать в нашей сетке сознания. А вы знаете, откуда идет все управление нами и где замкнуты все наши энергетические конструкции? Видите, скон где стерование тут этим нашим światem и скон походят все конструкции энергетичные? Когда-то ядро нашей сущности было в центре головы. Ядро нашей истоты было в środku головы. То, что вот в старых трудах, там точка «я есть» называют. Та есть, właśnie, тот пункт «я есть». А теперь у нас все тут. А сейчас все тут. Только не в материальном сердце, в энергетическом центре. В центре энергетическом, не в сердце физическом. Здесь смыкаются все нити управления всей энергетикой. Wszystkie нитки sterowania naszą energetyką tutaj się łączą. Вот тут наш прекрасный храм. Tutaj jest świątynia. Поэтому сознание, центр сознания тоже здесь. И отсюда идут и красивые чувства, и эмоции, и красивые мысли. Посмотрите, идет демонтаж старых систем, уходят старые энергии. А отсюда раскрывается божественная красота. Więc stąd wszystkie dobre myśli i emocje idą, więc ta energia, która do nas przychodzi, powoduje, że to właśnie może od nas, ta boski plan od nas pracować z tego miejsca. Вы потом, когда будете в группе собираться, может быть, проведите себе такой эксперимент, чтобы каждый вспомнил какую-то тяжелую ситуацию, которая напрягает вас. Ваши доświadczenia в группах, спробуйте себе припомнить później jakąś ciężką sytuację, doświadczenie, które was ciągle spina. A potem od tego wszystkiego abstrahujcie się, skoncentrujcie się na odczuciu, odsюда смотреть. I kiedy wy odsюда смотрите na tę sytuację, wy знаете, takim pustykom ta drama кажется. Potem spróbujcie się trochę wyabstrahować od niej i skoncentrować się właśnie na tym sercu i spojrzeć stamtąd, z tego perspektywy na tę sytuację. Ona się bardzo często może okazać zupełną bzdurą. А очень часто, даже как только вы ситуацию драмы перестаете считать, так там в ней просто тают энергии драмы. И та напряженная ситуация, вдруг вы знаете, вот в реальной жизни, а просто все напряжение пропало. Когда вы перестаете трактовать это как драмат, то целое напряжение драматичности с этой ситуации уходит. И помимо, что она может еще есть в свете материальном, она уже не есть через вас так отбирана. То есть вот то, о чем я говорю, мы себя уже начинаем чувствовать. Может, отдельные активации тут на демонтаж я сегодня и завтра просто реально не успею сделать. Может быть, мы приедем еще какой-то раз или как-то, ну, решим дальше. Но вот я хочу, чтобы вы уже чувствовали, что на этих двух днях вы освободитесь от очень многого. Więc ja prawdopodobnie mogę nie zdążyć, chociaż może spróbuję, może jeszcze raz przyjadę, przeprowadzić ten demontaż właśnie, zaaktywizować go u was, ale uważam, że to już się teraz zaczyna, możecie to zaczynać czuć. Но сегодня помимо божественных сил, первотворца, всех любимых вами божественных сил, которые вы уже смотрите, знаете, вот как говорится, вот если Богоматерь была, ой, она такая страдающая, вот ощутить, что ее более высокая нежная любовь и красота в таком, ну, знаете, таком светоносном проявлении с вами. Jeżeli macie teraz, próbując sobie uświadomić obecność Twórcy Pierwotnego tutaj, ale jednocześnie wszystkich tych form planu boskiego, które lubicie sobie ze sobą wyobrażać, zobaczcie je w takiej bardziej jasnej formie, bardziej rozświetlonej. I jeszcze z nami существа wyższe, божественные существа, кто знаком z духовными практиками Востока, наверное, слово не будет для вас незнакомым. Z nami сегодня 13 кумар. Jeżeli ktoś praktykuje również wschodnie
ścieżki duchowości. 13 kumarów nie będzie dla niego słowem, 13 zwycięzców, można znaczy, nie będzie dla niego obcym słowem, obcym terminem. Kumary to, скажем так, главные управители обширных процессов создания систем жизни. Это сложно звучит, на самом деле все. То są tacy, powiedzmy, ważniejsi kierownicy tworzenia wszechświatowych systemów życia. Создатели миров. А więc twórcy światów. Поэтому все, что существует на Земле, все виды жизни, все системы жизни, от материальных до энергетических, создавались кумарами. Więc to oni odpowiadają za tworzenie wszystkich systemów energetycznych i form życia oraz i wszystkich środowisk życia. Но кумары сейчас все работают на своих высших ипостасях, потому что идет создание совершенно новой системы жизни. А кумары все знают, что это в своей высшей форме проявления, со взгляда на то, что на этом подземе właśnie ma ta transformacja zajść. Вместе с ними нам предстоит создать систему новой материальной жизни, божественную цивилизацию на Земле. Więc z ich pomocą mamy teraz stworzyć nowy rodzaj życia materialnego, czyli boską cywilizację na Ziemi. Krug Kumar 12 to большой круг, существует уже давно. Где-то прообразы формировались раньше, наверное, знаете, и рыцари круглого стола 12. Это, в принципе, ипостаси такие более, ну, как ответвление ипостасей. Все кумары за собой всегда имеют каждый еще 12. 12 kumarów wcześniej już istnieje jako krąg, wersja tego w ich przejawieniu prawdopodobnie pojawiła się w legendzie rycerza Okrągłego Stołu. Każdy z nich ma za sobą jeszcze 12 wersji. Вот отсюда и возникло число 12 на 12, 144 существа. I stąd wzięło się 12 razy 12, 144 istoty razem. A wy знаете, что вверху, то и внизу, божественный закон. I prawo boskie mówi również, co na dole, to i na górze. Поэтому каждый из вас точно такой же творец жизни, у которого вокруг еще 12 существ, с вами работающих, и мы так вместе создаем мир. No więc, каждый из вас есть творцом боским, и каждый из вас ма еще вокруг себя 12. Так, то есть вот эта комплектация, она только расширяется. Więc ten rodzaj wyposażenia niejako rozszerza się. Это еще отчасти фактор, почему 1% достаточно, чтобы пошел широкий мировой процесс. И dlaczego wystarczy 1%, żeby ogólnowszechludzki globalny proces się rozpoczął? Импульс идет от кумар, они опять свои 12, там каждый из 12 еще 12, и вот так идет веером, идет расширение по земле. Кумарове дает первый импульс, потом это все расширено на 12 następных истот, и так кумово-фалово расширяется целый процесс. И еще нам сегодня, вот это сегодня нам предстоит ощутить свою духовную душу. И dziś постараемся почуть свою душу. Прочувствовать нашу личную центральную душу, у которой 12 фракций в разных телах воплощается в одну эпоху. Центральную душу, которых фракции находятся в 12 отточающих наш телах. А наша центральная душа еще часть является составной общечеловеческой единой центральной души. А каждая из наших душ есть одновременно частью складовой общечеловеческой глобальной души. И вы представляете, вот насколько нелепо враждовать в мире, когда ты начинаешь понимать, что ты фактически часть человечества. А или вообразите себе, как глупо мне сейчас шукать врагов в свете, которым вы частью той самой целости. А части нашей центральной души кто-то воплощается в мусульманских странах, кто-то в Африке, кто-то в Азии, кто-то, возможно, в России. Понимаете, как это нелепо враждовать самим между собой. А więc части той самой души są gdzieś w Iraku, inna jest w Rosji, inna w Afryce. I teraz wyobraźcie sobie, że to wszystko, jak głupi nie zwalczyć z tym teraz. Хочу сказать, что когда мы работаем с энергиями и с программами, мы вообще не ощущаем в себе ни конкретных национальностей, ни конкретных религий. Вот здесь ощутить себя существом мироздания. No, więc pracując energią, nie pracujemy z sobą jako członkiem określonej narodowości czy wyznawcą jakiejś religii. Jesteśmy twórcą świata.
Поэтому сегодня мы сейчас будем четче и яснее выстраивать контакты с божественными силами. Я еще хочу сказать, что смотрите, в мире много разных энергий. Каждая энергия – это живой поток. Если будем творить свою мощность с планом Божьим, в свете есть полная энергия, каждая из них есть живым потоком. Любая энергия управляется конкретным божественным существом. И каждый этот поток энергии есть сторованным через какой-нибудь быт Божий. Восточные школы называли это иерархией. И в школе Восточной говорилось на то иерархией. Вот есть энергия радости, значит, есть иерархия радости, управляющая этим потоком. А ведь есть истота, управляющая, например, энергией радости. Есть большие процессы, как переход сейчас. Сам процессы великие, так, например, общая трансформация. Из одной расы в другую. Значит, есть большая разветвленная иерархия, иерархия перехода. А ведь есть тут иерархия разведлена, очень сильно разгалённа, и то есть иерархия этой трансформации, вообще. Есть большие силы, которые уже держат энергии новой цивилизации. Мы сейчас, знаете как, какая-то энергетика еще там трепыхается в трехмерности. Какая-то уже обширно проживает трансформацию. Мы находимся в переходе. Большой частью, многие уже большой частью буквально живут в новой реальности, в реальности новой цивилизации. Ну, więc obecnie mamy taki stan przejściowy, w którym jest część energii gdzieś tam się jeszcze trzepocze w trójwymiarowości. Kupa tego właśnie tej świadomości znajduje się już w nowym świecie i my w tę stronę właśnie zmierzamy, natomiast już naprawdę dużo tego obszaru energetycznego znajduje się w nowym świecie. Поэтому мы с вами проживаем и сами сразу глобальный процесс. И вы знаете, есть еще такой момент. Мы не можем войти в пространство новой цивилизации вот кусочком вот этой жизни. Вот мы все уже белые и пушистые, вот мы уже живем в новой цивилизации, а вы там остальные как хотите. No więc nie można sobie bawić się w taki elitarny królik, który polega na tym, że no my sobie tutaj, prawda, już czyściutcy jesteśmy, dziękujemy bardzo, ale tam się bawcie w tym bagienku. To jesteśmy częścią procesu całościowego. И земля не может это сделать. И земля тоже не в состоянии в такой способ работать. То есть вы посмотрите, какая у нас общая задача. Очищая себя всем человечеством, мы в себе и собой изменяем энергии мира. Więc świadomość widzenia siebie jako całość, jako całości ludzkości, jednocześnie zmieniamy energię. Когда на Земле напряженности, военные конфликты, вот что мы можем сделать? Что можем сделать для конфликтов обычных на Земле? Я вот это сейчас я не призываю вас делать, но, наверное, придет время, и вы будете делать. Не взываю вас до этой активности, но, возможно, что час придет, и еще этим займете. Я не работаю в энергиях людей, не грзебе в энергии, где идет война и конфликт. В энергии людей войны. Но я в себе растворяю энергии войны, которые происходят там, в моей части. Але я раньше отверам в себе энергию этого конфликта, этой войны, которая в этом обшаре аналогичном во мне се дзее. Непонятно. Чи то есть разумяно? Вот знаете, когда ты ощущаешь себя всем человеческим существом. Когда ты есть всех человеком. С трехмерными энергиями, в зоне перехода, я уже в новой цивилизации. Вот целостность, понимаете? Вот понять, это целостность, Kiedy я это все. В тотальности. Я там человеком трехмерного, я там человеком часу прежнего, я там человеком новой эры. И когда где-то что-то не так, то это не там у них, это у меня не так. Когда что-то там у кого-то źle dzieje, то не у них źle dzieje, только у меня źle dzieje. Вот когда мы так работаем, вы знаете, мы очень много сейчас, в основном мы последние 3-4 года работаем на онлайн-площадке. Мы остатньо właśnie pracujemy w taki sposób online. А онлайн у нас со всего мира люди. А то są ludzie на całym świecie. И когда выстраивается аудитория, там по 300-500 людей, особенно когда бесплатные мероприятия, тогда у нас сотни и очень много. Бесплатные спотканья, одночасье, это są setki ludzi. И видно все флажки государства, откуда люди. И видим их хоромовки państw. И тогда мы выстраиваем эти обширные такие процессы. Вот когда мы объединяемся, когда мы чувствуем друг друга, когда кто-то в Штатах, кто-то там на Дальнем Востоке, кто-то с каких-то северных регионов,
ощущая, вот мы все одно, и мы это человечество. Вы знаете, это такая захватывающая дух, планетарная работа. И на самом деле, вот потихоньку многие, вот так обнимая светом, излучая свет. Вот смотрите, какой нюанс. Не насаждая свет куда-то, я тебе направляю. Не надо ничего направлять. Направление энергии, вот я туда адресую свет. Это принуждение. Вот какая тонкая грань. Излучаем, а все берут, кто готов и хочет. No więc w tych wszystkich globalnych przedsięwzięciach wszyscy czujemy się częścią niesamowitego procesu, w którym jesteśmy praktycznie wszystkimi naraz. Jesteśmy całym naszym światem. I promieniując światłem z tamtych tych punktów do tego w sobie, do naszego świata, robimy coś innego, do czego, od wysyłania energii pod określony adres, czego jakąś nie zaleca. Bo to już jest wtykanie, powiedzmy, tej energii w obszar, który może być do tego niegotowy. Promieniujemy tym, a biorą ci, którzy są gotowi. Вот давайте мы на таком ощущении, что мы сейчас здесь собрались не только для своих личных проработок, но ощущая, мы есть все. И сейчас сделаем мы так. Сначала ощутим контакт, незримый такой контакт, проникающий в нас божественных сил, а потом почувствуем, вот проработаем практику работы с энергиями души. Посмотрите, пока мы не погрузились в медитацию, я хочу пару слов сказать. Посмотрите, а что такое энергия души? No więc spróbujmy teraz popracować z energią duszy. Zanim jeszcze nie weszliśmy w medytację, postaram się to wyjaśnić. Chodzi o to, żebyśmy spróbowali poczuć, jak plan boski w nas wnika, w jaki sposób my również jesteśmy вот obecni. Gdzie znajduje się ta energia? Gdzie na jakich poziomach? Na jakim poziomie znajduje się ta energia duszy? A energetycznie, посмотрите, gdzie находится расположена energia duszy? W naszym ciele. Ona znajduje się energetycznie w naszym ciele. Значит, энергия души пронизывает тело. Проникает тело. И эта энергия души, она очень хорошо проявлена на семейных состояниях. И она себя в родинных варунках очень хорошо выражает. Посмотрите, как говорят, вот физическое тело, это уже мы говорим даже как душа семьи. Тело физическое, это как бы душа в родине. Дети похожи на родителей, на бабушек там и прочее. Подобенство членов родины между собой. На каких-то далеких предков. На дальших предков. То есть энергия души – это четыре наших нижних тела. Физическое тело, бывшее эфирное пространство, астральное с чувствами и эмоциями, ментальное – все наши действия ума. Душа – это тело физическое, было планетарное, астральное, ментальное. Поэтому посмотрите, где проявляется душа. На здоровье нашем отражается. Душа проявляется в нашем здоровье. Душа изранена, душа травмирована. Болит сердце, у кого-то там еще что-то. Зранена душа również поводует боли, например, сердца. Энергия души на околотелесной бывшей эфирной оболочке. Энергия души в былой поводце этеричной, вокруг тела. То есть на эфирной оболочке, на энергии души, которая расположена в области эфирной оболочки, опыт множества наших воплощений и состояние тела, ну, болезни. Есть это доświadczenie наших незлеченных вчерен, czyli najczęściej choroby. Посмотрите, на уровне наших эмоций душа. План эмоциональный душа, душа на плане эмоциональном. Вот говорят, как люди, ой, такая светлая душа, или ой, он такой темный, вот темная душа такая, да, вот как говорят. Люди говорят, то есть ясная душа, то есть темная душа, так все говорят. На уровне наших мыслей, взглядов на жизнь. На плане поглядов и мыслей. Вот и получается, энергия души, те энергии, которыми мы воспринимаем мир и реагируем на события. То есть энергия, которую мы свет отбираем и которую на свет реагируем, отвечаем. А сколько чего с нами не было? А имели мы уже все. Все знают про Фауста историю. История Фауста знаем все. Проданная душа. Душа спредана. Это такая, конечно, поэтическая драма, а вообще, версия поэтическая, а одна?
а вообще магическими практиками. Практики магические. Изымали душу, продавали, меняли. Посмотрите, как это происходит, когда мы отдаем свой эмоциональный план, когда мы подчиняемся чьим-то мыслям и эмоциям. Идет реальное искажение энергии души. Это аллегорично представлялось как хандель własną душу, но там видите, что мы часто również handlujemy własną duszą, podążając за какими-то поглядами, дając się manipulować, wpływać emocjonalnie. А вы слышали такое выражение? Я тебе всю душу отдал. Было тоже такое выражение на нашем слушальнике, как отдам, я тебе сам душу свою отдам. А посмотрите, что это происходит с энергетической точки зрения. Огромный эмоциональный и ментальный пласт отдается другому человеку. Энергетически выглядит так, что целый такой потенциальный полотен энергии отдавана иному человеку. Что остается? Провалы, разрывы. А у нас остаются дыры. Свято место пусто не бывает, да? Ну, повезме, место святое пустым не бывает. С чем заполнилась эта энергетика пустая? Вот отдали всю душу. Отдали мы душу, что в то место вплыло. Знаете, есть поговорка, когда освобождается пространство, вот даже энергетические практики, обязательно надо чем-то заполнить, потому что если не заполнишь, вернется энергетика тяжелая и ну, создаст такую сложную энергетическую ситуацию. Слушайте, завтра каждую пружню треба заполнить, потому что если этого не сделаем, в том месяце заводуешься тяжко. Поэтому, смотрите, душа отдана, я тебе всю душу отдала. Что заполнилось пространством? Обида, надо ж, я тут так для тебя стараюсь, а все, что мы натянули? Мы у других душ натянули в себя энергии обиды. Мы восстановили себя целостность за счет чужих энергий и не самых лучших. Как мы нашу интегральность отбудовываем в тех дюрах, которые остались по тому кавалку души, кто кому же отдаем? Найчастей в постачи претензий, на которым посвящаем себя для тебя, так ти дуже давай, а ты ниц. Ну и właśnie в тем моменте энергия образы, энергия ленку, травмы. Ладуем в то место. Поэтому нам нужно будет после практики с божественными кураторами, давайте мы с вами проведем сегодня практику восстановить целостность души. Хотела бы, чтобы с нашими небесскими кураторами сегодня проводить практику отбудовы интегральности души. Теперь ощутим такую взаимную групповую гармонизацию, балансировку, открытость, готовность к такой очень конкретной энергетической трансформации. Сейчас сбалансуемся, зрównoważmy взаимно, otwórzmy się на siebie взаимно, przygotujmy się do нашей wspólnej трансформации. Прочувствуем, что опыт всех воплощений от начала времени и времен сейчас весь единое энергоинформационное пространство, в котором мы намерены освободиться максимально, но в комфортных темпах и объемах от всего, что исчерпало назначение, и раскрыться новому. Вот глубокая энергетическая готовность. Сейчас слушаем, мы есть готовы с самым нагромадзанным доświadczeniem всех істот сейчас на отварчие się на все возможные новые доświadczenia и на позаставление за собой всех доświadczeń, которые уже не потребуем. От истока времени и времен. От початку часу, всех часов. Множество цивилизаций, прожитых на Земле, в звездных мирах. Мы здесь всем энергетическим и материальным опытом. Jesteśmy doświadczeniem energetycznym i materialnym wszystkich możliwych powstałych cywilizacji. Всеми телами и событиями всех тел, в которых мы были. Wszystkimi ciałami и всеми истотами, которыми были. Ручки все откройте, не закрывайте. Отпустите двони, не закрывайте. Открытые руки. Ощущение глобальности задачи. Свядомость глобального задания. С благодарностью и любовью отпустить все, что исчерпало назначение в арийской расе и всех предыдущих. С вдячностью и милостью заставить за собой все то, что в доświadczeniu расы арийской вычерпало свое значение. И всех последних. Осознаем, что кроме этого тела у нас по воплощении множество тел было с организацией жизни. Все это сейчас в работе. I rozumiemy, że oprócz tego ciała, które mamy teraz, poprzedzała nas niezliczoność wcieleń
I to dzisiaj podlega pracy. I teraz k nam przybliżają się bożestwienne siły. Siły boskie zbliżają się do nas. Верховный первотворец. Pierwotny stwórca. Создатель и творец всего сущего, создававший истоки мироздания и всех систем жизни, включая нашу. Całego świata, wszystkich systemów, łącznie z naszym. С ним огромная команда божественных существ, ангелы, архангелы. Разом с ним całe zgromadzenie bytów boskich, anioły i archanioły. Богоматерь, Иисус. Матка Боская, Иисус. Новые божественные силы, пришедшие к нам сейчас, провести наш через переход и провести, помочь организовать новую расу на Земле. Новые силы Боские, которые пришли ассистовать в нашей трансформации и помочь створить новую расу. Создатели миров, кумары, 12 и 13. 12 и 13 кумары разом с ними. Как сверхсущество. И как истоты высшие. Ощущение, что вокруг нас формируется особое божественное параллельное пространство или какая-то реальность, где они просто напротив нас, рядом с нами, в нас, в телах, в энергетике, в событиях этой жизни и всех, которые были. Uzyskujemy wrażenie, że ich obecność kształtuje się w równoległej rzeczywistości, obok nas, wokół nas i że była z nami obecna przez cały czas. Мы ощущаем, что мы часть великой восходящей общечеловеческой целостности. Jesteśmy częścią ogólnoludzkiej totalności. Более конкретно чувствуем жизнь эту, реальности вокруг нас, в которых мы живем, и понимаем, что в эту реальность собраны, образно говоря, ягодки всех воплощений, энергетические сгустки, которые нам надо растворить или перевести в более высокие вибрации. Uświadamiamy sobie nasze obecne środowisko, nasze obecne miejsce istnienia, zdając sobie jednocześnie sprawę, że tutaj teraz obecne są z nami ziarna wszystkich naszych niezliczonych wcieleń, które właśnie dziś musimy transformować na wibracje wyższe albo rozpuścić. Czujemy, że my nie tylko materialne ciało z energiami, my energetyczne, światonosne istoty. Czujemy, że nie tylko jesteśmy ciałem fizycznym, które ma jakąś energię, jesteśmy światłonośną mocą energetyczną. Чувствуем оцентрованными в управляющем центре. Чуємо себе в środku sterowania. И начинаем чувствовать, как вокруг много каких-то энергий света. Это божественные существа, которые вокруг нас. Мы буквально окружены световыми силуэтами. И teraz чуємо, як сильветки świetlne boskich istot znajdują się blisko nas, otaczają nas. При этом чувствуем мы здесь, в материальной реальности. Sami siebie odczuwając i ich odczuwając w naszej materialnej rzeczywistości. I божественные существа не только вокруг нас и с нами, они по всем событиям, по всем, в которых мы живем. Nie tylko tutaj i teraz znajdują się z nami te istoty, ale również we wszystkich wydarzeniach, w których wydarza się nasze życie. Какие-то сферы, может быть, вам важнее их пригласить. Вот где вам сложные ситуации, пригласите туда их с особой миссией, с особой помощью. Szczególnie możecie chcieć zaprosić ich do jakiejś szczególnej strefy waszego życia, w którym szczególnie potrzebujecie pomocy.
Что вы готовы попросить? Какую помощь и поддержку? О какую помощь и вспомнить, что вы готовы просить? Конкретно, каждый, кому важно. Не каждый выповедует себе то, что для него наиважнейшее. Ощутите, как вас обнимают световые руки. Почуйте, как светлые ладони обнимают вас. Посмотрите, просматривается, кто-то просматривает какое-то лицо, нежные любящие глаза, улыбка. Вот вы буквально соединяетесь душами, сердцами, энергиями. Зауважьте, это кохаются очи и усмехи, которые сам вокруг вас. Которые не можете поломчить сердцами. До ощущения «мы одно». До узыскания выражения «быча едностью». Ощутите их, как ваши небесные родители. Почуйте их, как родицов небесных. А вы, как божественное дитя. А вы, как их боские дети. Почувствуйте, как они своими энергиями буквально вдыхают в вас нежную, заботливую любовь. Почуйте, как в раз их энергия впроводзана из до вас. Энергию поддержки. Милость и вспомните. И эта нежная любовь и поддержка растекается и заполняет всю реальную жизнь, в которой вы сейчас живете. И милость и вспомните, это ваше вплыва до вас и разливается по целой жизни, в которой вы сейчас находитесь. Возможно, какие-то сложные ситуации. Почувствуйте, как в сложных ситуациях проявляется особое божественное существо. Вот мы называем ангел спецназначения для этой ситуации. Почуйте, как в шикульных, трудных ситуациях в вашем жизни bardzo specjalistyczna energia, czyli tak zwany anioł specjalnego przeznaczenia, zaczyna działać i tam właśnie się pojawia. Ощутите, как возрождается ваша душа. Почуйте, как ваша душа się odradza. И фракции души, которые были когда-то утрачены, изломаны или потеряны, восстанавливаются из божественной энергии. И фракции души, которые были утрачены, або поломаны, сейчас начинают поволи регенерироваться из энергии Божьей. Идет исцеление и восстановление целостности. Więc ваша интегральность начинает поволи отбудовывать. И параллельно идет такое, как вы передаете фракции души, которые у вас когда-то отняли, или вы сами передали. Пожелайте там тем энергиям благополучно жить, потому что не стоит сейчас травмировать людей, выдергивая из них вами отданное когда-то. Więc те места, которые отданы были ваши фракции души, там właśnie заадресуйте życzenia добра и помощности. Dlatego nie należy źle życzyć miejsca, które wyszarpujecie niejako, kawałki, które kiedyś oddawaliście. Поэтому мы восстанавливаем целостность из божественной энергии божественной души. Integrujemy naszą całość z energii boskiej, z duszy boskiej. И почувствуйте, как те энергетические пространства, которыми вы действуете в жизни, ваше тело, ваша околотелесная оболочка, события, в которых вы что-то чувствуете, радуетесь, печалитесь, или вы строите какие-то мысли, задачи свои, ощутите, как все пронизывается божественным присутствием. Почуйте, как ваше тело, как ваша обычность, как все ваши выдажения, ваше środowisko życia, wszystko to przenikane jest obecnością boską.
Мы чувствуем, как восстанавливается целостность души по всем воплощениям, в которых мы были. Чуємо, як інтегральність душі починає się регенерувати в процесі всіх вчень, яких мали ми колись. Прочувствуйте, вы словно светом заполняетесь, чувствуете живая, пульсирующая энергия любви, вас перетекает. Вы можете сейчас вспомнить какие-то жизненные ситуации, ощутить, как там меняется ваше восприятие. Тают обиды, тают претензии, тают обвинения. Вы чувствуете, что в ваш адрес тоже исчезает такая тяжелая энергия идущая. Почуйте, как начинаете выполнять этим мощом и как... Ona pojawia się w wszystkich waszych wydarzeniach, które kiedyś czuliście jako traumatyczne. Czujcie, jak rozpuszcza się dzięki tej obecności, tej energii, właśnie traumatyczność, trudność tych wydarzeń. Глубоко вдохните, вот вдыхайте божественное присутствие. Вдыхайте обецность. Плоско, глубоко. Выдыхаете в тело, внутри чувствуете, как тело возрождается, душа возрождает тело. Выдыхając, чуете, как душа начинает ваше тело отразить. А теперь вдыхаете божественное присутствие и выдыхаете по телам всех воплощений. А teraz вдыхając obecność boską, выдыхаете до тел всех ваших в теле. Не задавайте вопрос, как это происходит. И не пытайте, как не включаем трехмерный мозг. Не включайте трехмерного мышления. Просто вдохнули божественное присутствие, выдыхаете во всех телах, которые были. И чувствуете, как идет глобальное эволюционное восстановление целостности души. И вдыхając boską obecność, выдыхаете go до всех ваших тел, и в этот способ odbywa się глобальная регенерация. Ощущение, как эта практика восстановления целостности нашей души влияет на все энергетическое строение. И вы чувствуете, что эта божественная энергия любви и восстановления души окрашивает позитивные процессы и активирует и сознание, и нашу ДНК, и наше восходящее «Я», всю нашу личность, где бы мы что ни делали. Poczujcie, jak wasz proces integracji duszy zaczyna oddziaływać na wasz przestrzeń, na waszą przestrzeń czasową, na wasze DNA i na wszystkie możliwe przestrzenie, środowiska, których, na wszystkie możliwe aktywności, które moglibyście tam wykonywać. Ощущение, вы дышите светом, вы становитесь светом. Oddychając światłem, sami stajecie się światłem. Посмотрите такой светлой, божественной душой на ситуации сложные. Попадьте, как осветлистая душа на трудные ситуации. Ощутите в них божественную помощь. О, почуйте в них помощь Божью. Присутствие божественной помощи в любой ситуации. Обецность Божьей помощи в любой ситуации. Ощущение поддержки кумар, создателей миров. Почуйте вспарчи кумару, в
Twórców Światów. Такое ощущение, что они собой держат вашу реальную эту жизнь, все, которые были, и раскрывают потенциалы грядущего. Почуйте, что своей обязанностью держат в своих дłoniach вашу обязанную реальность, а одновременно открывают все возможные потенциалы и другие варианты этой реальности. Светоносная душа, у вас светоносная душа. Ваша душа есть светлоносная. Ощутите энергии, в которых вы живете, конкретный материальный мир. Прочувствуйте, я во всех ситуациях жизни существую как светоносная душа. Почуйте себя во всех реальных, конкретных ситуациях жизни, в которых функционируете, как светлоносная душа. Стабилизируем, якорим это ощущение. Устабилизуйте это выражение. Четко чувствуем, мы здесь в материальном мире. Почуйте, что естеще тут, в этом материальном мире. Приземлились, все, кто летел, ощутите, прямо на сиденье поедете. Кто полетел, кто вылондует, почуйте, что есть тут. Теперь медленно открываем глаза и все это чувствуем с открытыми глазами. Сейчас поболее отверяйте очи и чуйте это все с открытыми очами. Божественное присутствие. Обязанность Божья. Светоносная душа здесь и во всех реальностях и обстоятельствах душа, жизни. Светоносная тута и во всех околичностях жизни. Мысленно вспомнили дом, где вы живете, место, ощущение, вот там я светоносная душа, там, где восстановленная. Widzieliście во всех жизненных обстоятельствах, во всех своих вчераниях, там есть там душа светлоносная. Общение с детьми, с родными, соседями, коллеги на работе, духовное общение, круг интересов, вы везде с открытыми глазами, прямо четко чувствуем, глаза открыты. С открытыми очами тут обычно чувствуете эту обычность и это светло во всех своих жизненных обстоятельствах, в своих кругах духовных, в кругах знакомых, в кругах приятелей. Есть ощущение стабильности света? Чи есть выражение стабильности света? Посмотрите, как началось наше пробуждение. Зауважьте, как наше пробуждение начало. Мы жили, большинство, многие даже как атеисты, или так, боженька в церкви, в костеле, где-то там, а мы тут. Мы себе жили на таком пресвященнии, что Божья есть в костеле, а мы тут есть. Мы оторваны от божественного плана. И от плана Божьего мы оторваны. И начинается наше пробуждение. Я думаю, большинство из вас прошло так. Мы медитируем улететь в эти все высшие пространства. И медитация тоже коязалась в такой способ, что летим до этих высших вымеров. Мы уходили вверх, там мы набирали свет. Это был вообще метод пробуждения. Оторваться от материальной реальности, в энергиях улететь. Там мы общаемся, там наш кайф. Это действительно, вы знаете, я когда начала эти все полеты практиковать, вы знаете, я поняла наркомана. Ну, этот процесс полагал на том, что мы в этих часах в такой способ, что летали себе на высокие поземы, те медитации были таким шибованием в творах, и как я начала свои шибования переживать, то разумела наркомана. Потому что когда ты там весь, вот эта красота, эта любовь, которой вообще аналога на Земле такого нет. Вообще, вот, милость, которую на Земле не можно почуть. И понимаете, и потом тебе надо возвращаться в этот мир, и так не хочется. Потом хочешь возвращаться до света, и так уже не хочется. То есть, смотрите, мы шли вверх, вобрать в себе высокую, чистую божественность. И шли до гор, чтобы злапать эту высокую частотливость Божью. Там мы уже все состоявшиеся светоносные существа. И там есть мы светлоносными истотами. В космических регистрах Земля уже числится, по-моему, как бы не 9-10 лет планета из божественной цивилизации. И уже от 9 до 10 лет в регистрах космической Земли уважаешься за цивилизацию Божью.
И посмотрите, какая сейчас наша задача. Вот оттуда те энергии заякорить в материальный мир. И наиважнейшее то, чтобы эта энергия закотвичить тут, в свече материал. Поэтому мы крайне редко используем такие улетные медитации. Затем мы жадко себе так шивуем высоко. Нам надо здесь, чувствуя тело и реальность материальной жизни, божественные энергии осаждать сюда. Мы, бенденс тут в теле материальном, мамы тут котвич энергия Божского на себе. И вот тогда на Земле действительно начнет стабилизироваться и раскрываться другая раса и другой образ жизни. И то właśnie powoduje przejście на иные расы и иного способа жизни. Поздравляю вас с новыми задачами. Gratuluję w związku z uzyskaniem nowych zadań. Судя по тому, что вы выдержали вот это, ale to wytrzymaliście, дальше будет легче. Będzie lżej. Тогда отдыхайте, и мы с вами встречаемся через полчаса. За полгодинчик спотыкаем, а почитайте.